Всем привет! Продолжаем проходить Dying Light 2. Я тут взял какую-то побочку, найти нужно было стеклянный дом. Дом нашел, дальше будем смотреть, что нужно. Что нужно делать? По-моему, тут что-то можно взять. Исследуем. Прощай, цветочница. Короче, бабка цветочки высаживала и померла. Беседа. Ладно, мака наберем. Что-то подтупливает, не берет. Ну и все, по идее. Записульку какую-то возьмем. Вот что с ней произошло. Ну, понятно, да. Почему она каждый день ходила в цветочный. Ее сын должен знать, что его любили. Ну, нам нужно будет к миротворцам опять идти, рассказать то, что цветочница мамаша-то и вот того кончилась. Ну, в принципе, это не удивительно. Так, все собрал? Нет, еще последний мат. Не знаю, может быть, он когда-нибудь и пригодится. По-моему, я пока его сейчас никуда его не использую. Че, в окно же забираем. И на выход. Стараться максимально побольше по крышам скакать, чтобы качался паркур. Оп, оп, прыг, скок. Не торопись. Вот так. Да, тут два прыжка, да, мы на месте. Теперь он светится. Смотри. Секунду назад не светился. Сейчас. Да дайте пройти. Никаких проблем нет, так? Да, даем квест. Я ее нашел. Боюсь. Она умерла. Была среди своих цветов. Она умерла спокойно. Да, вроде так, да. И было. Она написала письмо, где упоминает тебя. Правда? Да, вот. Прочитай его. Эта женщина была моей мамой. В детстве я часто представлял, как она выглядит. Я смотрел на детей с мамами в парке, и мне становилось тяжко. Боялся, что свою маму я никогда не увижу, не возьму за руку. Бла-бла-бла-бла-бла. Все. Спасибо, что... Она умерла, я передал ей письмо, все. Именно он в ответе за бомбу. Мы в расчете. Теперь отгадывай. Давай к торговцу подойдем. Посмотрим, может у него что-то есть. Мина. Мина особо не интересует. Ирил Гаоси, всем привет. Хорошего стрима. Я, если что, могу помочь минут через 15. Угу. Ну ты там это, махни, я тебя подключу. Ужесточение. Обычная модификация рукояти. Плюс 4 урона. Каждым ударом она меньше расходует прочность. Давай-ка мы вот это качнем. Глядишь, чего пригодится. Ты никуда не денется. Спасибо. Так, я забыл ему шмотки слить. Вот. Ну и все. Стой. Да, ну наверняка тут все пусто. Любопытно. Все уже украдено до нас. Давай на карте что-нибудь отметим еще. По идее, ты в основном тут только этим и занимаешься. Просто от точки к точке бегаешь и что-нибудь делаешь. Вот это что у нас? Это скорее всего. Это, скорее всего, бегать по этим, по точкам. Такое себе. Не очень интересное занятие. Давай мы сюда сбегаем. Смотрим, что есть.
Я думаю, вот эти вот паркурные задания с беготней и так далее лучше, ну, делать, когда ты уже прокачан максимально по паркуру и спокойно себя адекватно чувствуешь, бегая по городу, нигде не падая и так далее. Когда ты немного ограничен в перемещении, можешь свалиться чуть ли не с каждой крыши. Не вижу смысла выполнять подобные задания. Я думаю, с кошкой и дельтапланом, парапланом точнее, будет гораздо удобнее делать подобные вещи. Прыг и ты на месте, правильно? Сейчас даже нехер париться, я думаю. Сейчас со временем пройдется. Так, мы летим вот куда-то. Ну, допустим, я думаю, что вот где-то на этом здании задание. 90, 85 метров. Нет, значит, следующее. Исчезла. А, все понятно. Ну, стандартненько. Стандартненько в начале стрима защищаем толпу. Народу много. Наконец-то пупка приходит. Драйка, наверное, полечимся, да? Вали его! Походу, сзади еще кто-то идет. Главное, чтобы лишние не подходили. Бам-бам. Так, стамина опять упала. Со всей округи сбегаются, как только начинаешь зачищать. Они просто валят. Все близлежащие зомби на тебя. Вообще подобными защитками лучше заниматься, конечно, толпой. Просто быстрее, потому что. Либо как вариант, просто коктейль молотова использовать. Просто все, кто рядом в зомби, они обратно стекаются сюда. Приходится в итоге, блин, чуть ли... В два раза больше валить, чем ты видел в самом начале. То есть ты подходишь к краю крыши, смотришь там, ну, ага, человек 20. Хорошо, сейчас замочим. А в итоге валишь 40. Все? С пацанами на бутылку. Давай, пацанов, все сюда. Ладно, давай, короче, ломаем. Пока есть время, а то сейчас взрыв будет и еще придет толпа. Небольшая, но все равно. Хорошо. Даже ни одной отмычки не потратил. Но я и не взял, в принципе, ничего особо такого интересного. Вот здесь еще взлом. Не то. Норм, почти. Нет. Что? Так. Да, она же открылась. Вот. Иногда на легком дольше взламываешь, чем на обычной сложности. Ну, на сложности тяжело там и так далее.
Так, ну и все, в принципе. Я не вижу смысла дольше еще тут оставаться. Ну, они за мной, да? Да, они за мной побегут. Отходи по одному. Их четверо. Минус один. Давай еще двоих. Вот этих желательно бы, конечно, обыскать. Че, никто не подойдет? Как хотите. Где он тут? Потому что за них вот такие головы дают. Это надо. Кстати, я и там тоже что-то всю толпу, которую я положил, я ее так и не исследовал. Давай полутаем. Эти ресурсы с мордами зомби. Потому что нужны для крафта оружия с бафами. Постоянно мандит какую-то херню несут, проблемы, а сами не подходят. Это странно. Так, я же тут целую толпу запиливал, или я в другую сторону отходил, пока их ударял. Ну да. Вот почаще бы критовало, было бы вообще замечательно. Буквально на каждого зомбаря два удара. Один основное количество жизней сносит. Второй удар просто добивает, и все. Так, ну. Да в принципе и все. Мешков. О, еще один. Все, я больше вроде как ничего не вижу. Тех, кого убивал, вроде всех обыскал. Вот это сейчас, тачку. Ой. Не то. Давай, короче, полетимся и погнали куда-нибудь на другую точку. Посмотрим, что есть. Ну, вот здесь можно. А потом, в принципе, тут на этой территории все. Можно потом на сюжетку садиться. Либо вот это вот три. Метка стоит, погнали. То есть даже если ты перепрыгиваешь эту лужу, то все равно ее на нее наступаешь. Ну-ка, давай чекнем. Ну, мне кажется, он где-то или в метро. Просто так контейнеры не дают. Их надо хорошенько искать. Я не знаю, где он. Я его не вижу. Ладно, потыкали на задание. Габитер штука хорошая, но... Ну, как-нибудь. В другой раз. В принципе, я так понимаю, то, что тебе сюжетно их... Сюжетно тебе их вполне... О. Воспользуемся преимуществом нашей фракции. Гибиторы и так наваливают, ну, во время прохождения каких-то сюжетных заданий. С этим проблем нет особо. Надеюсь, дети в порядке. Не видел рядом контейнер с ингибиторами. А может быть, она мне про него и говорила? Так, ну не очень охота яйца царапать. Это ночное, да, задание? Угу. Ну-ка, осмотрюсь, может быть, сейчас уже можно контейнер этот достать. Если нет, тогда... Тогда надо ночью. Да. По идее, у нас тут скоро уже должен Серега появиться. Мы на это задание тогда ночью пойдем. Тогда чё? Тогда чё? Давай вот так вот мы это дело отметим. Я сюда сбегаю. Как раз наступит вечер, и можно уже возвращаться Илья назад. Пасканный. Здорово. Как раз можно будет вернуться назад и зачищать эту территорию, но уже вдвоем.
Так, мы полетели, наверное. 260 метров. Оп. Он нам быстро расскажет, кто убил Лукаса. Эти чуваки все не угоманиваются, их там прям очень интересует, кто Лукаса завалил. По идее, тут столько смертей ежедневно происходит, то что должно быть совершенно похер. Заброшенный магазин. Ну это ночное задание тут. Гадалки не ходи, только ночью. Сейчас совершенно не деформируясь, летим на вопрос. Вопрос так или иначе проходит, ну, включается, пока ты бегаешь по карте. Поэтому не особо игра приветствует Fast Travel. Даже когда он откроется, лучше им не пользоваться. Бандит, которого ты поймал. Мои друзья за тобой придут. Так, сколько нам бежать еще? Почти на месте. Где-то за этим поворотом надо будет свернуть. Заодно побочка какая-то. Синенькая тут открылась. 60 метров. Ну. Тут сканер не работает. Что случилось? Разглючил ее. Так. Надо бы как-то туда. По-моему, я тут бегал. Вот очень что-то знакомо. Вот это вот дверь приоткрытая. Баллоны. А, ну давай хотя бы этих отмудохаем. Его надо догнать. Ну они, как правило, забиваются куда-то в угол, в стенку и стоят тебя тут и ждут. Ебать, как он так шустро-то добрался? Ну-ка, прыжками. Да нет, ты падаешь. Но дистанция не растет. Готов? Не очень-то ты быстрый. У меня для тебя подарочек. Зато у меня есть мега пушка. Как тебе такое, Илон Маск? Добил. Странно, но я и сам чуть не подох. Все. С немного двинутой миссией. Видел новый ролик по Atomic Heart? Atomic Heart? Нет. Это заигравший. Я вчера нинтендовскую презентацию посмотрел. Частично. Такие анонсики всяческие для Nintendo Switch. Так. Вот это вот. Посмотри, что тут. Вот, искать. Atomic Heart. Название знакомое, а... Ну, я точно не играл. Чего не открывается? Как сложно пнуть ногой двери? Я не знаю, блин. Здесь тоже закрыт. Вот тебе и всемогущий мужик. Так. Метка-то где? Ну вот, прям передо мной. Скорее всего, это ночное задание. Да. Тоже печалька. Очень много миссий. Очень много миссий, которые надо делать только ночью. Прям, наверное, каждая вторая. Илья Пасканный. Наша русская игра. Как я понял, это какой минус? То, что там будет с клюквой и роботами. Игра в разработке. Обещают в сентябре. Я тебе в ВК отправлю ссылку. Угу, хорошо, я гляну. Тутан с роботами. Ну, мне кажется, может, знаешь, что-то наподобие Titanfall. Первый, второй сделают. Ну, дай бог, хоть что-то, знаешь. Короче, что, вот просто даже вот визуально посмотреть. Раз, ночная миссия. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И две в дневное время. Ну вот как? Тут в основном они просто вынуждают тебя ночью шарохаться. А у тебя время идет. Ну зачем так? Это сейчас вечер уже начнет. Давай даже просто вот здесь вот постоим, покурим, да? Запустить автомобильную ловушку. Воспользуемся преимуществом фракции.
Пускай они там тусят. Ой. Кто же знал, что она взрывается? Я думал, просто сигналит. И она, короче, сюда сейчас народ приведет. Источник шума. Это я, но... Я повыше залезу. Ну чё, где там вечер-то? Ну вот. Шли сюда. Кстати, будем смотреть, как у нас появляются зомби вечерком. Их просто портанут, интересно. Вот здесь я встану. У меня вот в этот магазин. Интересно, как они появятся с помощью телепортации, вырастут как грибы или что? Или они вот прям будет прописана анимация, как они выползают из своих нор и занимают вот эту улицу. Пока только двое. Трое. Давай подождем. Тут где-то минутку, я так понимаю, надо отстоять. Даже половину. 7 часов они все вылезают. Я даже похилюсь пока что. Угу, 14 грибов. Ой. Я вот эти вот поставлю хилки сюда. Самое то. Расходники. Кунаи исключаем вообще. Вот это вот все чистим, приманки. Я этим не пользуюсь. Но мы сюда поставим коктейль Молотова. Ультрафиолетовый факел. Да нет, просто коктейль Молотов. Ну и чё? Где вечер? Я хочу вечер. Дайте мне вечер. Кстати, а как метать коктейль Молотов? Проверяем кнопочки. Не то, это фонарь. Стандартная раскладка, типа гранаты не работает. Это бинокль вообще. Ну-ка, управление. Та-да. Обозначение кнопок где? Вот, назначение клавиш. Так, право, влево, пригнуться, выпрямиться, прыжок. Хорошо. Торговать, чувство выживания, оглянуться, атака, пинок. Кто? Пользоваться аксессуар. Ирил Гаоси, я здесь, в сети. Угу. Я тут вечера жду. Вот и все. Вот и вся любовь. Вечер. Сейчас, подожди, я хочу вот анимацию посмотреть. Что же они, как они, портируют или что? Ну, сигнал звенит. Кстати, еще довольно-таки не темно. Ну и что?
Ну давайте, вылезайте уже. Ирил Гаоси. Они ж в 9 выползают на смену. Они в 7? Но сигнал вечерний-то уже прозвенел. Ирил Гаоси. Темнеет. Темнеет вон и с правой стороны значок, типа солнце к закату. Может быть, закат идет 2 часа, типа, ну, 2 минуты, словно говоря, но уже темнеет заметно. Короче, давай я тебя позову пока. Да. Полетит, друзей. Отправить приглашение. Ход никогда не запомню, как попытается созвать нас. Так, это можно закрыть. Ну и чё? О. Алена, это Яна. Там протупит ты. Алло. 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 Тихо, слышно тебя. Да, звук есть? Да, звук есть. Все нормально. Только тихо. А вот так? Тоже тихо. Меня хорошо слышно? Да, тебя отлично. Тебя что-то тихо. Я бы погромче сделал. Ты ничего там не крутил? Крутил. Ну-ка, вот так. Получше? Еще поговори что-нибудь. Еще? Ну, все хорошо. Да, я пустил через этот, через Adobe. Mm-hmm. Чтобы меньше шума было. Ну, тогда на выходе. Только посмотреть, как... Ты на выходе. Да, там... я подкрутил на выходе. Вот, все. Вот и все. Ну, сейчас нормально слышно? Да, да. Так, что? Я на стриме посмотрю. Ты подсоединился к игре? Так, он меня просил загрузить. И еще раз приглашение. Да, кино. Еще раза два кинул на всякий случай. Не, а вдруг первый не докинул? Все, я тебя вижу. Вроде да. Тебя портанули ко мне без палки почему-то. Так, я подожду, короче, пока эта ночь наступит. Но я тут в этом... Короче, фармакология, она же аптека. Тут с таблеточками... Какую-то херню надо найти, поискать. Побочка, короче говоря, ночная. И потом еще слетаем. Это вот какого? Босса нужно жирнича завалить. У него там эти. Во! Полетели. Один выпрыгнул с окна. На что он убил? Че говоришь? Эо. Ну все, ночь как бы. А где ты, Серега? Я говорю это. Все-таки ушел эту фигню. Это у тебя там со звуком какой-то. Не очень хорошо. Как будто пропадает. А может игра загружается или что-то в этом роде? Короче, я тут в аптеку пошел. Там далеко? Нет, я здесь. Слышно меня? Да, да. Так же, или я включился уже микрофон.
на меня нападает. Еще. Я пока никого не бью. Петр, идешь со мной в аптеку? Да, конечно. Я вот так и знал, что не надо ничего купить. Че, а доп не очень, да, по звуку? Что-то тормозит? Да нет, оно странно работает. Ну да, что-то есть такое у него. Ты же тоже через него работаешь? Да, да. А вообще отличный звук. Я, знаешь, сколько настраивал, блин. Знаете, я могу потом видос скинуть, там пошаговая инструкция. Может, ты там что-то не достроил до конца? Возможно. Че, идем? Ты где? Пускайте. Дай секунду. Ну, а тут магазик только зачистить и все. Давай я пока пойду начну там догонять. Ну и чем это ночное время отличается от дневного? Тут как бы вся лода хуя народу. Они ж по ночам должны шакалить по улице. Все? Все, вроде, кончились. Интересно вообще, зачем я сюда пришел? Что тут такого? Прям очень козырного должно валяться, что мне нужно прям ночью где-нибудь сюда идти. Я бы тоже пришел, если бы у меня не проблема со звуком. Ну сейчас меня слышишь? Да. Хорошо. Очень хорошо. Помнишь, что в фильме? Что-то как-то немножко со сбоями идет звук. Типа закончи, тогда я перезвоню тебе. Давай. Ну что, живой еще? Походу, там продукты искал. Я тогда тебе перезвоню. Давай. Да, алло. 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 Ну, теперь здесь будет нормально. Нет, все равно с какими-то там артефактами звук звучит. Поговорить что-нибудь? Да, придется перезагрузиться. Ну, в смысле, игру перезагрузить. Ну да, давай ей позвони. Ну, ты пока там бегай. Ага, да. Так. Все, это все, что они... Все, нахрена я туда шел? Не, вон еще в холодосе что-то есть. Взлом тяжело. У меня 2 минуты, кстати. На все, про все. Да, бля, ну почти же. Я уже. Окислители. Чистящие средства, батарейки. Это все, зачем я сюда приперся? И как бы больше ничего нет.
Ну, не густо, кстати. Да, и у меня... Локатор тоже с глюками работает. Подожди, вот там чувак ходит. Как-то можно туда пробраться понизу? Нет. Нет. Дверь? Нет. Ну и все, тогда выходим отсюда. Давай-ка мы вернемся к ультрафиолету. Сорок секунд, я не успеваю. Да, бахаем эту штуку. Тогда можно к ультрафиолету и не торопиться. Отмечаем, что там на карте, что еще можно там зачистить. Все, это, короче, выполнил. А, тут, по-моему, стрельба с этой пам-пам-пам с пулемета, короче. Ключ к человечности. А вот здесь у нас застава на крыше. А, ну тут бег по за пчелами или что-то такое. Мед какой-то надо за время разнести. Вот здесь вот давай посмотрим, что это есть. Так. Алло. Алло. Да, все. Все, теперь нормально. Ты напрямую через стену включился. Алло. Алло. Подожди. Сейчас я попробую лягнуть. Алло. Ты что-то у меня сегодня Steam глючил. Он игру, во-первых, Dying Light отсоединил. Потом что-то еще другую прогу перестал. Ну, типа там, связь с другой прогой потерял. Сейчас вот что-то этот, как голосовой чат глючит. Еще раз это. Алло. Алло. Ну вот, слышно? Слышно? Да. Говори что-нибудь. Да, блядь. Так, может быть, его потом разглючат? Может, тупо подождать надо? Где отметка? Только что же была тут. Тут было только что две отметки. Про годность, а вот здесь было, была еще одна. Блять, да пошли вы нахуй со своими, короче, заданиями. Идиотизм. Самый натуральный. Ты бежишь к заданию, чтобы оно исчезло. Вот это что за пижня тут? Жопа-то какая, чтоб меня... О, алло, слышно? За хрен. Говори. Неприятности? Помоги мне, а то оруч... когда... Чё-то тебе, Серега, два буквально, два слова тебя слышно, а потом жуха прерывание идет. Когда он меня в последний раз приложил, то на лбу шишка была размером с рог, как у носорога, всех цветов радуги. Я про шишку.
Чем на этот раз разозлил своего дядю? Пока ничем. Большой шишкой, наверное. Разозлю. Я тут, как дядя увидел конкурента. Человек, решил чуть подремать. И тут раз, задрых без задних ног. Хуже всего, что колбаски почти протухли. А в наше время выбрасывать хорошие продукты – преступление. Ладно, почти хорошие продукты. Все-таки есть шансы обосраться. Все в этом комп перезагружает. Если сейчас, то все будет в порядке. Ну ладно, может, кто-то и пробежится до туалета. Но уже... Так, ладно. Бла-бла-бла. Куда мне ее отнести? Покажи, куда идти. Господи, ты даже не представляешь, как ты мне поможешь. Это на время. Получил как минимум бронзовый, блин, это опять паркур, ну. Да нет. Идите вы в жопу. Эти вещи надо сначала прокачать, а потом проходить. Так. Тогда вот сюда я иду. Прямо на этот череп. Надеюсь, пока я дойду, Серега уже у нас подключится. И мы вдвоем заварим этого мегазомби. Вдвоем-то интереснее его пинать. Так, ладно, в обход. Сейчас погоня начнется. Ну и она же закончилась. Дождемся. Сейчас они угомонятся. Погоня закончилась. Хорошенько тут, хорошо то, что попался. Попался у нас ультрафиолет прям. Хорошо. А так бы пришлось лететь со всех ног. Ну да, на что я надеялся? Куда зацепиться? Опять погоня. Завалите меня, что? Я вот не помню, они утром тебя, ну, точнее, днем могут тебя так хватать или нет, или только ночью. Вместо автомобильной ловушки он, короче, полез. Так, давайте, фас. Начать разговор. Алло. Алло, алло. Алло, алло, слышно? Попытка номер три. Ну да, вроде нормально сейчас. А то ты говоришь, ну, пару слов. Ну, то ты, да, я послушал на стриме. Пару слов и все. Так, онлайн меню. Походу, при смене этих кодеков он начинает глючить. Может быть. Ща, так, призвать на помощь. А пока загрузится, еще минута пройдет. Угу. Ты убил этого ночного кренделя? Нет, я только к нему иду. Ну, который босс, да, вот этот? Да, чтобы этот ингибитор взять. Я только к нему иду. До этого я зачистил там эту аптеку. Ну, такое себе. Вообще ничего, в принципе, не дали. Дракс искал. Да, если бы. Гликодина в баночку. Отправлять тебе это? Или ты грузишься еще? Догружаюсь. Угу. Сейчас должен появиться. Да, все-таки появился. Так, отлично. Осталось только проверить, насколько нормальный звук в самом этом стриме. Да, нормально, я тебя слышу хорошо. Ну, ты-то слышишь хорошо.
А вот на видео может быть совсем все печально. То, что слышу я, то слышат и остальные. А вдруг они меня на французском слушают? Не, нормально, все, можно дальше играть. Так, где у нас эта аномалия? А, вот. Что ты там, где? Здесь. А, ты уже внизу? Ну и чё, где этот здоровый хер? Вон, с рогами. А, вон. Да, гнида. Нападай. А чё, я такого ещё не убивал. О, это шо? Какой-то Мандашвили. Так, мужики, так. Пошли нахуй. Скакал педик. Они в небе увидели. Мне малые не дают. Ой, я пока их отвлеку. Где он? За этим. Да, ладно. Ну, смотрится. Он прыгает по поверхностям, сложно поймать. Он сложно поймать, и его можно забыть. Все, он подох. Там уже все мелкие. Блядь, зомби к тебе. Меня его запинали. Может поднять? Да, иду. Я там где-то валяюсь на крыше какого-то этого. Меня догнали, я понял, это что? Догнала погоня, походу. А меня выкинуло от игры твоей. Спасайся. Из игры твоей выкинуло. Выкинуло из игры? Ну, у тебя, наверное, как всегда, торренты качают. Нет. Это, кстати, меня сегодня тоже из Стима выкидывало. Часа в 4 дня, по-моему. Может, все Дайлайнг играет? Эй! Не хочешь немного поразвлечься? И что, заново этого урода мочить? Нет, уже его убил. Спасибо, кидай приглашение, я подключусь. Попробуем еще. Может, с сервера? Я думаю, сегодня Steam глючит просто, вот и все. Не, ну связь же не прервалась. Ну, может, чуть, у них серверы. Чуть посильнее ты ему гарри даешь, и он отрубается, и все такое. Запросто. Просто вот он с программами, ну, там, допустим, голосовые работают, а все остальное еле как. Не знаю, короче. Ну что там, триглос пришел ты? Да. Лось подключится, сейчас проверим. Сеть подключена. Зайди в меню онлайн. Глянь, у тебя сеть подключена. Ну, к серверам этого. Начал. Сеть подключена. Видимость, сигнал бедствия. Ага. Сигнал бедствия, Маргулис. Подключиться. О, кстати, я через меню, по-моему, могу пытаться подключиться. Подключение к игре. Че? Подключение. Не удалось. Чё-то какая-то хуйня сегодня вообще. И даже не пятница. Ну, это или Steam, или игра, короче, мозги делает. Скорее всего, игра. Кстати, такая фигня была в этот, в релизный день. Угу. Народ не мог подключиться. Ну, потому что серваки все перезабитые, блядь. Ну, ты бегай, я буду пытаться подрубиться. Угу. Так, я его где-то тут завалил. Он вот сюда упал.
А все, с него лута не подобрать, потому что, блядь, я подох. Он умер на машине какой-то. Ну, он под машину упал. Заебись, я, короче, просто зря его удохнул. Да с него фигня падает, тебе главное открыть машину, забрать ингибитор. Ну все равно там, это же тоже для этих, для бафов, короче, всяких. А, уши-то эти? Полезно, но... Блин, че за херня? Обнаружен. Ладно, грибов соберу. УФ. Да и все, в принципе, да? Так, а где этот сам контейнер? Там с края должен стоять. Там либо вход через крышу, либо сбоку. Сбоку никак, давай через крышу. И открывается. Но не открывается. Может, не тот контейнер? Да, я его через радар вижу, но так его не открыть. Может, тебя игруха забуговала? Да, она заебала, вот честно. Поэтому я подрубить сниму. Ну, конечно, не работает. Эта штука должна открываться, короче, но нету. Я не могу ее открыть. Убейте ревенанта, кстати. До сих пор горит. А самого ревенанта нет. А, ну значит баги, да. Скорее всего, перезапустить проще. Блять, это какая-то жопа вообще. Заодно ебанутая, я, наверное, подключусь. Ебанутая, багованная, блять, игра. С отличными оценками в Стиме. Стопудово половина оценок куплена. Я полностью на рабочий стол ухожу. О, даже так? Да, а чё? Это решительный. Ну, просто, мне кажется, хватило бы загрузить заново, да и все. При обновлении Dying Light произошла ошибка. Приложение уже запущено. Подробности на сайте Steam. Теперь запустились. Она запускается-то через... Что тут уже говорить о онлайне каком-то? Пиздец. Просто столько багов по фулл прайсу ты покупаешь. Это вообще жопа. Просто лукошка целая. Да. Часть игры, часть команды. Да. Ну, у тебя патч-то скачался позавчера. Да, да, он скачался, а что толку-то? Баги-то никуда не ушли. Все равно двери некоторые не открываются, сюжетные не открываются, побочные бывают не открываются. Это какая-то жопа вообще. Ну вот первый раз у нас, по-моему, с онлайном подключением проблема. Игра сырая. Не знаю, мы когда-нибудь будем вообще играть в готовые игры в день выхода или нет? Ну, вот. Они, смотри, как? Что, деньги берут за предзаказы, деньги за вот сырой продукт потом допиливают. Ну, и в итоге по факту в нормальную версию игры сможешь поиграть через несколько месяцев после того, как она вышла. Зачем так делать? Выпустите ее позже и все. Сейчас надо. Когда, раньше на диск выпустил. Когда она будет действительно готова. Что ну, не понимаю.
Просто зачем вот этот хайп собирать, как бы, хейт, точнее, зачем этот хейт собирать, как бы, просто, по-моему, это явно не на руку. Пиздос. Ты на SSD поставил? Чего SSD? Ну, игру на SSD установил. Ну, в Steam, да? А куда еще? Да. Не, ну может обычный жесткий. Просто насколько разница в загрузке? А, я тогда не знаю. Да. Не хочешь, не надо. Но она у меня загрузилась тут. Так, давай, онлайн-меню. Помощь. Друзья. Отправить приглас. Пришел? Да, нажал. О, пошло. Конец-то, блядь. С 50-го раза. Так, время ночь. Давай еще раз попробуем. Ингибитор. Ой, а ты, кстати, квест еще какой-то. Ингибиторы эти сраные достать. Раз уж мы этого гаврика завалили, то они должны быть сейчас, просто нужно их забрать. Но я не знаю. Получится ли. Так, он опять появился. Как и должен. Значит, не добили. Он был добит, он подох. Он и забаговала, а все мои коктейли Молотова, да, они потрачены. Она забаговала, короче, и я подох еще к тому же. Вот, пожалуйста. Ну, поэтому результата никакого. Лупим дальше. Он там сквознул куда-то. Все, он умер. Я с него целую трубу отжал. Смартфоновую. А, значит, на следующей крыше, на другой. На другой крыше у нас этот. Он вообще внизу валяется. Пилюльки. А, ты про вход? Да. Вот, теперь эта штука работает. То есть, босс как должен был, он не появился второй раз. Поэтому произошел глюк. Глюк хуй. Дают? Крышку? Так, что есть? Вот это. Еще что есть? Три ящика. Ингибитор ты забрал? Забираю. Ингибатор. Вот. Первая миссия на сегодня выполнена тобой. Вторая идет. Я там минут за 20 до стрима еще подключил. Что-то где-то сделал. Первое. Так. У меня оружие заканчивается. Вещи. Вещи, ну, вещи. Бочки. Что вам заорать? Меня. Меня опять выкинуло. Тебя опять выкинуло. Вот пиздос. Это фиаско. Он, наверное, так и будет сегодня вышвыривать. Я не знаю, это дело либо в игре, короче. Либо да, со Steam. Либо со Steam какой-то геморрой. Тут непонятно, сколько брони. То ли три, то ли ни хрена. Это будет. Так. Что, тебе еще раз попробовать приглашение кидануть? Ну да. Везет.
На сюжетку сейчас пойдем. Так, а я-то торрент отключил. А при чем тут торренты? Торренты просто... Оно пакетами канал забивает и может прерываться от соединения. Не знаю, у меня тут все как бы стабильно. Почему-то меня тебя от меня выкидывают. Может, у тебя что-нибудь. Про глюки какие-то с анетом. Нестабильная скорость. Хотя, по идее, должна быть гораздо стабильнее, чем у меня. Может, сыграть действительно что-то. Потому что она сырая. Ну что, есть еще? Приглашение не пришло. Не пришло? Ну, не знаю, чтоб 10 там я скинул. 10 пришло. Включается? Увы, ошибка. Попробую выйти с игры и зайти заново. Сейчас попробую. А вдруг? А, ну ты же перезапускал. Да, и причем только что. Что я же тоже перезагружал из Steam.com. Доброго времени суток. Я говорю, похоже, как в первый день было. Сервера ложились. Знаешь что, возможно, они, знаешь, одно чинят, блядь, второе ломается и так далее. И понеслось. А как, кстати, посмотреть, сколько игроков в игре в этом в Steam? В данной игре? Онлайн? Ну, я не знаю, это, наверное, профиль игры в Steam. Не дотянусь. Погода, ой, погоня закончилась. Правда, я немножко перебежал не в ту сторону. Водить в тоннель. Я так понимаю, мне нужно в ту самую метростанцию, где за мной, ну, где мы к миротворцам присоединились. Тачка взрывается. Ну, миротворцы прикольная, кстати, тема, то, что вот можно взять и тачку взорвать. Ну, канаты тоже удобны, которые между домами, но их мало. Ну, и тачек, я бы тебе скажу, тоже немного. Ну, это так, знаешь, небольшой приятный бонус. Конечно, тебе не будут заваливать прямо всяким этим плюшками, а тебе так не будет неинтересно играть. Когда ты вступил в фракцию и просто, ну, как бы, привольно себя чувствуешь. Так, у меня утро наступило. Слава, как говорится, малышу. А где это метро? Как мне туда войти? Какой-то Dead Pixel со мной тут бегает. Да, у тебя открытая игра, не частная. А, кстати, я помню, что я частную ставил. Вот она стоит, частная. Тип игры. Только друзья. Вот, давай так. Стой, меня тут грызут, блядь. Вот я смотрю, он дергается. А почему такая херня? Так. Надо этого пикселя попросить. Потому что мы сейчас его будем еще по карте ловить. Ты загрузил игру? Ты его выкинул, меня, по-моему, запустило. Вот. Просто... места просто не хватает.
Потому что мы его тогда будем ждать. Он на другой половине карты вообще бегает. Так, надо как-то, блин, добраться. Сиди, плачет, блин. Да, ничего, он там 6-го левела. Он уже, наверное, всю игру прошел. Давай себе 6-го. Оставьте меня в покое. Я никому ничего не скажу. Что ты пищит? Так, ну чё, а как рассвет? В метро-то зайти? По-моему, где-то вот на улице там был такой спуск. Я его только не узнаю, нигде не вижу. Ну, чё, идём. Игротека 2020. Привет, держи лайкос. Привет, Игротека, спасибо. Подожди, вот вроде вот эта улица. А, на метро, этот, надо на станцию зайти. Так вот, а как? Ну, на станцию к базе вот этих голубых, и там вход в метро. Штаб фракции? Ну, он светится голубеньким. Ну, у меня зелененький. Других цветов я не вижу. Ну, ладно, это... давай тут давай. Я их вижу попробуем. Насквозь просто. Давай попробуем оттуда залезть. Игротека 2020. Ты плохо оценишь мое короткое видео? Сегодня хочу снять. Посмотрим. Может, оценим. Да сюда, сюда нам. Вот куда пошел. Куда? Куда я пошел? Я тебе показывал в конце предыдущего. В конце прошлого стрима я тебе показывал вход в метро. Ну, так мы этот как его. Мы же там, ну, за фракцию, где мы вступили, это надо в метро заходить, прям туда. Ну, все, правильно, я иду. А, мне показалось, что ты в другую сторону бежишь. Типа как таксиста Яндекса вызываешь, а не в другую сторону бежишь. Пишешь недовольные отзывы, а на следующую поездку тебе цену увеличивают за отказ. Так, ну и чё, а да, много еще миссий-то, интересно, осталось до этого, до параплана мне? Я бы тоже хотел полетать покруче. Вообще, если это то, что я думаю сейчас, то следующая миссия уже будет с парапланом. Mm. Хорошо. Может, нам надо пройти через метро? Сейчас нам борода что-нибудь расскажет, как нам параплан достать. Это мы. Кто это вы? Айтер разрешил нам пройти. Видели приказ? А, нет, наверное, еще миссии для меня. Ну, давай тогда сюжетку и будем делать. Эйден. Эй! Ну, в этот город все равно можно вернуться. Пропустите. И пройти все допники. Ну, да. Да тут доп. Задание такое себе. Ну посмотрим по настроению. Короче, давай сюжетки попробуем поделать, пока хотя бы мне параплан не дадут. Чтоб шустрее перемещаться просто. Чё, куда? А, вот за ним. Хаконыч, давай, жги. Чё там как-то, как эпилептик бегает в разные стороны. Ну давай ты быстрее. Натёр, наверное. Блять, стал. Стал, стоит, тупит. Может, мне надо первым пройти? У меня не было девушки. Никогда никого не было? Правда? А он? Не все такие озабоченные, как ты, Хакон. К сожалению. Но я понимаю. Он, походу, заглючил. Собрас говорит. Ну, он идет, вальяжно. Мы бежим, а он идет. Когда-нибудь отношения. Причем он вообще идет медленно. Так, не бегай возле него, то он еще сейчас клина поймает, блядь. Опять придется перезагружаться. Самое, ну или те самые. Но однажды. Пиздец. Я нашел ее. И. Он застрял? Видишь, как он портируется? Смотри, его глючит как. Как благородно. Тебе видно, как его глючит? Да, но у меня тут. Он спотыкается, телепортируется. Да, он стенки и бьет, ходит. В обратную сторону. Пиздец, что с ним происходит? Нервничает. Короче, вообще игра просто баг на баге. Черт. Что это? Мне ей нужно нравится. Было выходить где-то года пол, наверное. Позже. Поговорите с Хаконом. Давай. Ну и сценаристу я бы тут Фофана поставил. Что это за херня? Молдавского. Уверен, ничего хорошего. Подождем. Нужно идти. Тарантино-то? Вырубились.
Да, если бы Тарантино. Вот, кстати, почему Тарантино у нас не пишет какого сценарий для игры? Испарение. Я думаю, сколько было бы интересно. По крайней мере, кровавенько. И 80% диалогов, как здесь? Иди к ней, попробуй. Нет, не как здесь. А я посмотрю, что с напряжением. Ну, я имею в виду по продолжительности. Шаришь не хуже, чем в бабах. Кстати, у Тарантино не очень-то частые, ну, длинные диалоги. А если они длинные, то они, значит, хотя бы несут какой-то смысловую нагрузку. Да, мерзительно восьмерка. Тут же просто коктейлки трепятся, ни о чем. Задача одна, блин, включите вентиляционную систему. У нас заражение идет. Сейчас там. Я что, опять выкинул? Нет, я за тебя. Так, вентиляцию включаем. Я пока сумки обшарил. Так-то на этот, на обыск предметов времени не очень много, поэтому я думаю, лучше поторопиться. Взлом. Ну. Так-то покер, у меня 77 отмычек. Просто время бежит. Антидотов не так много. Их, по-моему, 9 штук. У меня есть запас. Да, бля. Короче, фиолетовый повышает, ну, увеличивает время нахождения в темноте там и так далее. Для астматиков ингалятора. 5 отмычек. Че? Водка, смола. Ну давай все. Фиолетовый ящик есть. Так, а слушай, я что-то. Я взламывал. Просто чтобы ничего не найти. Ну какой-то лут тут пачками собираю и все. А время-то поймать идет. Ну давай. 2 минуты. А, вот сюда надо. Ну-ка, полезет по трубе? Нет? Бля, что делать? А, вот. Все, что можно где забраться, отмечено желтым. Это хоть не как в этом Assassin's Creed, или где помет птичьи, без секера? Не помню. В этой игре было. Ну, в Uncharted тоже, кстати, все желтым помечается. Да, во всех четырех частях. Да, здесь неправильно его. Да, на вниз? А я вверх? Без понятия, я не знаю. Я куда-то вот бегу, 61 метр остался. Да, вот сюда надо вот. Блять, я походу назад вернулся, твою мать. Не могу нажать на рычаг без тебя. Я назад вернулся. Ну, херово все видно и все одинаково. Тихо, пана, как он там? Назад вернулся. Сука. Ну еще к тому же этот, как его, радар глючит. Который, ну вот эта полоска. Желтая тачка? Да, полоска. А ты вот сейчас, вверху. Если на Q нажмешь, ты видишь вверху ее? Да, она есть. Я вот думал, как забраться. А вот через желтую трубу. Шланг, что это такое? А наш шланг, он не цепляется. Цепляется. Ну, в данный момент цепляется. У меня зацепился. Ну, у меня нет. Я только упал. Может, я за край его зацепился. Ну что, прыгать сразу наверх? Не знаю. Подожди, вот тут. Вот отсюда долетает он до трубы.
и потом прыгает вот туда. Все, я на месте. А, блин, что я доступлю? Мне теперь радар не пашет. Вот периодически отказывает радар, периодически отказывает этот, как его, полоска наверху с отметками, куда тебе идти. Ну, то есть компас. Я нажимаю. Радар, он глючит, кстати, у всех. Народ постоянно жалуется, что на кони нажимается. Через раз. Ну, он периодически так. Катрон, она не работает. А ядовитых паров все больше и больше. Пиздец, блядь. Кабели. Иди вдоль кабелей. Они должны привести тебя к запасному генератору. Он должен быть там. Понял. Че, куда, в какую сторону? Так, задача обновлена, ну там вниз. Ух. Я скоростным лифтом долбанул. Блин, надо грибочку занюхать. Или подмышкой. Что лучше, спасибо за донейшн! Скр-скр-скр! Thank you for donation! Ленька, привет, у тебя до скольки стримчанские с лысым хотим B4B залобать? Здорово, Ленька, спасибо за донат. Будем где-то до 9:30. 21:30, я думаю, закончим. Сука! Стандартненько. Слышишь? Я у генератора, он не запускается. Перегрузка, наверное. Есть решение, но... Оно тебе не понравится. Залобаем, да? Чего бы нет? Нужно залобаем. Посмотрим, а что как. Потом постримим бэк-блат еще, да? Мне придется выключить. Ну, завтра, послезавтра. Придется идти в темноте. Попробуем. Ты уверен? Конечно, нет. А есть выбор? Хорошо. На счет три. Раз. Два. Три. Вперед. Там по твою душу, походу. Нихуя не видно. Пошел, пошел, пошел! Добегите до Хакона. А в какую сторону-то? Я? Так вот, тут периодически отказывает радар, периодически компас отказывает. А иногда и, по-моему, все вместе. Что, блядь, куда идти? На трубы, ну. Потом сюда. Ну и хули ты не цепляешься? Прыгни на вон ту... Да, я понял. Называется. Просто он это, мозги мне тут делает. Ну тут херню и туда просто. Чуть-чуть. Что куда? Теперь? Ты видишь какой-нибудь путь? А, ну вот, отсюда туда. Нормально. Еще выше. Попробуем. Нет? Нет, он их не хватает. Вон, желтые трубы. А, вот они точно. Вон, их фланцы желтые. Чпок-чпок. Так, ты первый. Не туда. А, вот. Так, давай-ка я этот ингалиптом себе врыгну в глаза. Да хуй знает, я, наверное, не успею. Я нужна этим как он? Блядь, не то. Я нужна как в Dead Space стазисом забацать, чтобы она остановилась. Да, будет добро. И все шансы. А, вообще даже мне на этот вентилятор надо идти. Там выше все. Надо. Да, я понял. Я что-то просто к вентиляторам ломанулся, думал, как-то лупить надо. Я не знаю, как абориген долбить по ней. Кстати, я тебя не вижу вообще. Ты где? Да, я пытаюсь обратно включиться. А, тебя опять выкинул? Да? Это игра, я тут. У меня горит кнопка подключиться. Пиздос. Они заебали реально.
Идите нахуй. Идите нахуй и в пизду. Члена зомби всякие. Тоже, да, нихера нет. Ох, и грибов пособираем. Зло, тяжело. Сюда? Сюда? Нет. Ну, блядь, ты откроешься, нет? Надо вместо отмычки, пора бы уже ему помпу какую-нибудь заводить. Там, кстати, когда улучшаешь отмычки, они до определенного уровня дают сразу открыть низкоуровневые замки. И потом, видно, если еще сильнее улучшаешь, то скипает средний и так далее. Там в описании написано. Ну, я сейчас вот эти вот 68 наделанных потрачу и потом буду качать. Да, блядь. Ну они тут быстро довольно-таки кончаются. Я сегодня начал играть, и у меня было 88, по-моему. То есть я уже двадцатник пиздючил куда-то. Они тут у меня как семечко ломаются. Хотя четвертый, по-моему, по левелу. Из, по-моему, 8, что ли. А, блядь, ты откроешься, нет? Наконец. Тут очень часто приходится что-то взламывать. И, как правило, на время. Ну, сюда можно было вообще типа не идти. Зато я взял кота. И ботинки. Город Саны. Концовка колпоки. Да, судя по тому, сколько тут багов, тут в целом игра кал полный. Да, только не надо спойлерить пока. Хочется самому насладиться этим калом. Помимо вылетов. Да, Серега тоже тут хочет кал почувствовать. Так что без спойлеров. Но все равно вполне дадут ей какую-нибудь игру года, либо хотя бы номинацию игру года, потому что, судя по тому, что у нас... восьмая часть Резидента получила игру года, то запросто этой дадут. Ты в порядке, знаешь, парень? Мне это больше понравилось, чем восьмой. Это лучше, чем Резник восьмой. Ну, потому что разнообразие побольше. Ну, просто ты можешь бегать по крышам, можешь, блядь, бегать по земле. Ты в основном всегда, вот, ты прыгаешь по крышам, ломаешь замки, лутаешься, пиздишь одних и тех же мобов. В принципе, все. Но Резидент тоже не богат вообще. Там просто абсурд полнейший, как бы. Ну, хотя сюжетная игра должна быть гораздо лучше срежиссирована, чем вот это. Ладно. Кого называешь стариком, малыш? А то тут нас еще ждут тонны диалогов. А может, в следующий раз. Все-таки количество слов, как у Ани Карениной, так что. Каждый делает то, что умеет. Ты бегать, а я думать. А электричество не отключится? Думаю, может. Будь у меня свободная неделя, я бы здесь все починил. Хакон, электричество не отключится. Что ты там подключился, не? Не должно. Не, я перезапускаю игру. Не торопясь. О, подожди. Чтобы вентиляторы успели очистить Steam туннель от этого дерьма. Я хорошо знаю это место. Станцию забросили задолго до того, как началась эпидемия. Может, хакеры атакуют? Может быть, я не знаю. Скорее всего, они, наверное, что-то там правят, ёпта. У тебя с одной стороны работает лучше, с другой хуже. Одно сделали, другое сломали. Чертям собачьим. Чё, задача обновлена. Чё ты там смотришь? Чё палишь, педрила? Ну и что, волк нарисован. Что это? Джон Майкл Новак. Что? Мой старый друг. Его крутые граффити есть по всему городу. Здесь должна быть еще одна. Слышал? Нет, тебе показалось. Я проверю. Хочу убедиться, что нам ничего не угрожает. Будь начеку. Окей.
Будь на бутылке. Очень режим многопользовательской игры. Наверное, то, что ты пытаешься присоединиться ко мне. Быстрее! Да, наверное. Нет. Должна быть наверху какая-то жопа, Эйден. Не нравится мне это. Какая-то жопа, это у вас с багами, блядь. Просто охрененно. Каждые 10 минут. Попробуй открыть барьер. Я знаю, что делаю. Не давай ключ, мудак. Кто даст ключ, тот лох. Чем здесь поможет ключ ВГМ? Как это тебе поможет? Он разведет, он съебется с ключом вместе. Ящики ВГМ. Эти заграждения тоже ВГМовские, я же говорил. Я не верю этому, пидор. Я не хочу ему ключ дать. Но ты в ловушке. А у тебя ключ, я просто смотрю. Да, он просит ключ. Дай мне ключ, или мы оба задохнемся. Пошел нахуй. Будем умирать. Не, все равно только вариант держи. Хорошо, держи. Я проверю ближайший люк. Мы выберемся. Честная таксистская. Наверное, работает на Шмальца. Хакон. Может быть, на Шмальца он работает. Хакон. Хакон, где же ты? Не бросай меня. Не бросай меня. Сукин ты. Тут тоже не получается. Не, смотри-ка, он отвечает, значит, не съебался. Что? Ему нужен. Мы были предпосылки. Нет, нет, не смей, блядь, бросать меня тут. Верь мне. С какой-то стати? Хакон, ёбаный рот. С какой-то стати, он сам взял ключ, ему отдал. Наверное, важнейший в его жизни. Придумай же что-нибудь. Никчемный. Скорее. Ну и чего? Во тьму. Останьтесь в живых до возвращения Хакона. Сейчас будет рубило. Да похуй вообще, я готов. Может хоть как-то повеселее будет. А то только пиздец какой-то тупорылый. Бегание по крыше. Че еще есть кто? Ну только видно все плохо. Мыло, блять. У меня сейчас футболка постирается. Такой душный. Душный гандон. Че, это всех бедов. Толпу разъебывать мне вообще, ну как бы не впервые явно. Потому что я эти зачистки, блин, занимаюсь очень часто. Если не прыгаешь по крыше, то зачищаешь какую-нибудь территорию. В этом заключаются все побочки. Кстати, причем вообще разницы никакой, что ты убиваешь зомби, что ты убиваешь этих какого бандитов. Ну, как бы, сложности никто не представляет. Я не знаю, может быть, тут уровень сложности такой. Но это средний. Хакон, ответь. А хули Хакон там, он блядеру дал. Дерись как мужчина. Нихуя не видать. Прием. Я даже не надеялся, как он услышит. Так, у меня тут какая-то метка появилась. 45 метров. Пойдем туда, они, скорее всего, бесконечные будут ползти. Доберитесь до барьера. Говорите. Откуда ты здесь? Я Эйден. Тайлера. Где твой друг? Спасибо.
Хакон должен был открыть запоры. Что случилось наверху? Давай запор. Хакон открывает заграждение. Зачем ему это ты делать? Не поверишь. Запоры наши все. Сейчас я тебя вытащу. Я подрубаюсь. Быстрее. Биомаркер краснеет. Скоро смотрю превращусь. На запоры. Это поможет. О, на мне ингалятор долбанул. А то, говорит, у меня очень большой красный биомарк. Здравствуйте, я подрубился. Ищем вот. Самую заварушку. Тебя разглючило, наконец-то. Переживите атаки зараженных. Я чё, просто опять? Подождал. Опять надо пережить атаки зараженных? Ну, блядь. Это забаговало? Все, я готов его пиздить. Он, ну, прикольно, кстати, то, что он своим же урон наносит. Я его подбахнул чуть-чуть. Бля. А вот удары, как у него проходят, я так и не понял. Он просто лупит по этому. Кстати, опять, по-моему, какие-то призы начались. С голосом? Нет, нет, у меня в игре. Такое ощущение, то, что когда второй игрок подключается, начинает подглючивать игру. Может, совпадение? Совпадение? Не думаю. Да. Так. Вон тут жирный валяется. Если что, там полутает. Угу. Я тут тоже прилично народу перекосил, как бы. Но ничего, по-моему, с них не собрал. Один. Ну а чё, где? Вернитесь к Андерсону. Уже кого-то нашел, пока меня не было. Ну да, это там женщина какая-то мне сунула ингалятор. Ну? По-моему, она пониже стояла. Ладно. Я, наверное, топтался просто, пока туда-сюда бегал. Наконец-то. Пару раз припрыгнул, короче, ноги в жопу убились, стал карликом. Видел это? Сегодня писали новости в новом сериале по «Властелине колец», там будут черные эти гномы. Технический туннель идет вдоль рельсов. А я и старый-то не смотрел. Я, по-моему, «Властелин колец» смотрел только первую часть. «Хоббита» смотрел три части. Ты не первый, не последний. «Хоббит» зашел. Стой! Ну вот он же с гномами ходил. Я еще держусь. Да, они там все гномы. Еще быстро закончится. Быстро учишься. Хорошо. Вперед! Я иду к выходу. Короче, нам тетя помогает. А Хакон дёру дал. Ну, скорее всего, он потом появится. Хоть скажет, бля, извини, без попутал там вся хурма. Я, короче, лечу на выход. А они, скорее всего, бесконечны. Взял-то взрывчатку поставил? Ну да. Куда-то удрал. 3 секунды, стой. Пошел проверить. Да, я слишком близко к ней подошел. Подойди, воскресишь меня? Да, я нажал. А что ты не встаешь? О, все. Побежали. Ну их нахер. Они не закончатся. Они на шум забегают. Пройди не дают. Куда-то. Ни хрена не видно. Кстати, довольно-таки часто встречается такая тема, то, что тебе не видно, куда ты бежишь. Тебе не видно, куда ты лупишь. Постоянно перед мордой какой-то туман, какая-то кислота, блядь. Подобные вещи. Интеллектиком хорошо, наверное, играть. Да, нет, наверное, дело тут не в этом. Тут мерцаний каких-то экранов-то не встречается, чтобы это триггернулся эпилептик. Скорее, геморрой в другом. Просто тебе... Угол обзора ограничивают.
Я, кстати, увеличил угол обзора в настройках. Я загружается или я опять вылетел? Я не знаю, у меня загрузки никакой. Черный экран? Да, черный экран. Блядь, это пиздец. Да, вся игра повисла. Серьезно? Да. Это что-то новенькое. Да это пиздец, а не новенькое. Я закрыл ее, короче. А, блядь. Сейчас заново все это надо проходить. Я не знаю, с какого момента. Скорее всего, с установки взрывчатки. Приложение запущено. Да, в принципе, там недалеко. Но все равно это борода какая-то вылетает с миссии. С кем не мог синхронизировать ваши файлы? Иначе вы, короче, сможете... Вот не до конца закрылось. Да, иначе вы можете процесс потерять. Так, подожди. О, запустился, наконец. Там просто долго еще закрывается в самой системе. Да, охуенно сделанная игра. Она, блядь, висит, она не подключается, она багует, она кое-как через жопу работает. Чё за говно вообще? На самом деле, хочется её уже побыстрее пройти просто. Поэтому я больше с каждым стримом всё склоняюсь к тому, что взять и просто пробежать сюжетку. Да, давай побочки вообще не делать. Да, шпение в жопу, короче. Со своими багами, блядь. Цивилизация. Можно, в принципе, потом как-нибудь от нихер делать, просто отдельно запускать, ну как бы. Просто беситься по городу, бегать уже на этом. Как его? Ну, уже на пройденные всех миссии, там, типа, игра плюс, там, что-то в этом роде. Побочки делать. Ну, если там захочется что-то кооперативно, просто поболтаться чуть-чуть. А так, да, давай, короче, на самом деле, по сюжетке чисто тащиться и все. Пошли они нахрен, короче. Вот эти вот перезагрузки, они у меня уже вот тут сидят, честное слово. Это все из-за петуха. Нервы сдают. Ну, да и петух, кстати, тоже меня подбешивает неплохо. Я уже неделю тренирую, блядь, днем и ночью. Никак. Так, и чё? Задача обновлена. Откуда я начал? О, поехали. Сейчас его проплющу. Так, ну начинает с того момента, как она дала взрывчатку. Пробуй включиться. Вроде идет. Наконец-то. Так, идем, пока Форд завершит диалог. Дышим. Окей. Все. Сейчас я взрывчатку установлю. Да, давай. Пусть они там все плюются, стоят и все такое. Хрен бы с ним. Ну пока взрывается, я могу одного завалить. Как раз на расстояние на большой отбегу. Он летел. Но обещал вернуться. Сейчас дверь-то не открылась. А, вот. Проглючило. Наконец-то. Да-да-да. А у нас потом дырка в стене чуть позже появилась. Сначала бахнул взрыв, а потом только что-то появилось. Блять, а куда бежать? Пизду, я похилюсь, блядь. Дым. Я тут горю, походу. Все, ты смог пройти? Ну, я сквозь дым, да, прошел. Тебе помочь? Да, они тут что-то горят, орут. Ты сам-то где? Все, вот, ты уже нашел? Бежал вот сюда. Вот сюда давай. Угу. Ага. Плохо видно просто.
Так, свет хотя бы есть. Тут носочек какой-то, видимо, дренажный. Так. Я забираюсь на лестницу. Нажал на F открыть, и он почему-то упал назад спиной, и черный экран. Вот ты опять упал. И все, и черный экран снова. Блять, это какой-то беспредел, я не знаю. Да, наверное, я не знаю. Ну попробуй без меня сейчас побежать. Давай. Просто вот из-за этого, ну, во-первых, то, что бабок столько потрачено, как бы, блядь, чтобы вот это говно ловить каждые 2 секунды, я, блядь, не понимаю, стоит ли вообще в нее играть. Ну, по мне так, она сейчас играется наравне с киберпанком по количеству багов и непроходимых миссий. Вот что киберпанк тогда в декабре глючил год назад, что это говно также через жопу работает. Кстати, что и то игры от первого лица. С неинтересными диалогами, с одинаковыми, беспонтовыми, открытым миром. Как-то так. Первая часть лучше была. Но не намного лучше. Но она была лучше. Это ты до большого города не дошел. Там хотя бы была мини-карта, знаешь, вместо вот этого вот глючного компаса. Компаса, мать. Аминка. Оп. За 2500. А чем она нормально, если она, блядь, не работает? Сарказм. Она фризит, а... глючит, блядь. А какая альтернатива? Вот на какая? Что у нас? Что у нас есть такого? Что в кооперативе поиграть? Это даже если и без. Ну, кроме всяких лучших в прошлом году, типа Блад и так далее. Ну, это вопрос, конечно. Ну и чё? Я, блядь, урон получаю, а диалог не могу запустить. Просто, ну, игра не новая, ну, допустим. Хорошо, если игра новая, как бы, то она должна бы хотя бы, как минимум, работать. А когда хоть и новая игра... Ты ранний доступ бы сделали. Игра не новая, и ты все равно, как бы, этого удовольствия ты не получаешь. Я начинаю только бесить все это дело. Музыка прервалась. Все. Короче, нам мешалки, оператив. Все, прошел, да? Да, выбрался. Ну вот. Это все из-за меня, короче. На самом деле игра не багованная. Барни долбанул, короче, он говорит, хватайте его и все такое. А сейчас ты хоть в нормальной зоне, если я подрублюсь? Я не знаю, у меня опять... А, нет, все нормально. Видите, джентльмены? Я думал, опять у меня черный экран.
Я же сказал, где будет Хакон, там будет и этот мелкий усатый. Короче, скажешь, что мы сделали с Хаконом? С Хаконом? Ничего. Хакон отмудохали. Немного, а потом он сбежал. Что? А вот тебе не повезет. Хакон удрал. Эти, что ли? Знаешь? Лицейские? Ну да, Барни. Барни этот психопат, алкоголик. Но ты... Брат Софии. Твой предатель в одном лице. Забавно. Ты украл у нас воду, ублюдская крыса. А теперь я насажу твою голову на пику и помашу ей... Ну ясно, пусть угрожает. Я ищу Хакона, проваливай, чтобы я тебя больше не видел. Я ищу Хакона. Он свалил, как только увидел нас. Ну, понятно. Ты говорил о нем, как о друге. А этот ублюдок, говорят, был ночным бегуном. Пошли прочь. Повторять не буду, мне так страшно. Тебе должно сойти с рук. Я жалел, что не я убил Лукаса. Но подумал, хрен взять его. Бьемся. Ну, кто бы сомневался. Хотя, эти почему-то идиоты даже не додумались меня привязать. Я, кстати, второй раз уже с Барни бью. Сколько раз мне нужно дать ему пизды? Я тут баху его вообще. Я хотел одолжение, говню! Кореша его подох, ты как-то. Я убью тебя, предатель! Сдохни! Да, тут боссы, короче, чисто потому, что тут боссы пожирнее. Пожирнее обычных мобов, а так они вообще ничем не отличаются. Ты убил его? Да. Опять диалог. Че? Что говоришь? А, ну я отсюда уже все брал. Так, давай что-то посмотрим. Там, по-моему, катану я брал. Вещи. И левел довольно-таки долго, кстати, тут получается. Так. Вот сюда мы поставим вот это. Давай-ка мы. Вот это все повыбрасывать вообще. Либо продать потом. Я продам. А катану давай посмотрим. Поюзим. Повезим катану. Огонь. Вот сюда. Электричеством сразу вместе. Чтобы наверняка. Ну и какую-нибудь безделушку. Так, следующий. Я уже могу тоже и так, да? Просто в другую последовательность. Ну, как и в первой части, короче, у нас что этот, как он, что огонь, что электричество лучше всего бафы накладывают. Ну да, заморозка вообще нафиг не нужна. Ну да. Но я пробовал играть с заморозкой в первой части. Такое себе. А, черт. Вот почему пропало электричество. Они взорвали ветряк. Андерсон... Я снаружи. Нифига себе. Надеюсь. Но... посмотрим. Что случилось? Я застряла в лифте. Думала, генераторы работают. Как Винни-Пух, если... Где ты? Айтер отправил сюда. Ты когда играешь за этих придурков, вот этого, которого сейчас мудохал, то ты сам взрываешь вот этот ветряк. Ну, понятно. Я помогу тебе. Хватай антизин и жди. Я иду к тебе. Надо же, у меня есть свой рыцарь в сияющих доспехах. Ты спасла меня, и я спасу тебя. Ну, ты где? Меня, я тебя. В лифте на точке эвакуации. Будь на месте. Угу. Ожидаю других игроков. Подсоединился? Да. Отлично. Ну и чудненько. Давай, давай, полетели куда-то там. Оп. Что такое? Превратился. Ну, вот этих вот я сейчас размотаю троих. Ты не хочешь,
одновременно, короче, и огнем, и молнией бафы. Ну, электричество. Угу. На каждому по два удара, и все они холодные. Я так понимаю, на какую-то башенку, да, впереди надо подняться, чтобы сюжет... Я думаю, да. Включить. Я вот не играл за вот этих, за голубых. Не голубых, а белюбознательных. Да, блядь, ты откроешься, нет? Причем он сломал отмычку, но открыл это все равно херню. Так. Мне надо срочно торговца найти и продать ему всякую дичь. Я не фанат миротворца. Как шкатулку. Андерсон, я уже близко. Скоро приду. Да, да, как шкатулку. Продать. У меня очень много вот синей херни, короче. Ой, серой. Продать. У меня есть то, что тебе нужно. Я есть только на жопе шерсти козявки у нас. А вот это, кстати, можно. Да, не нахер. Без бафов меня оружие не интересует. Без отверстий под бафы? М? Ведь что-то без отверстий, которые можно вставить. Да, серое там, ну, вот на уровне и так далее, ну, которые вообще... Да вы зажрались. Да, конечно, нет. Под бафами просто ты можешь толпу сразу нагнуть, а так, что ты, лупишь это херень. А больше урона не приносит. А так можно сразу толпу разматывать и все. Как и в первой части, баф — это важная штука. Без них ты моча, короче, самая. Магазины, кстати, тоже глючат. Почему? Я тут покупал пару этих чистящих средств у торговца. А. В итоге я купил 400 штук. Так, а там же есть, типа, купить все. Ну, там у него 99, я вот их покупаешь. То есть берешь там вроде одну, а он хоп, сотку. Хоп, еще раз, хоп, еще. Смотрю, 400. Огромный ассортимент! Я тут этого бородача осчастливил. Сливаю у него. Да, я ему помогаю. Кучу бабла. Лучше у него ресурсы покупать и подобную всякую хрень, короче. Лучший, говорит. Все лучшее, у него все хуйня какая-то остается. Так. Выбор. Вот мы тебе продаем вот эту несущую смерть. Что, не нравится? Так, ну и все, вроде. Я у него обмоточки возьму. Полезный ресурс. Смола, да. Вот, смотри, он тебе пушку продает. Подарок. Топор с пилой 42. Нет, вот этот на столе у него лежит. Тебе что? Тут всегда рады. Я ее просто, находясь в магазине, я ее не заметил. Обычная дрыжка древковая. Но она серая. Я не забыл. Там надо смотреть. Ну, 69, у него хороший урон, но она без бафа. Ладно, как-нибудь пригодится. Нет, так продам. Чертям собачьим. Андерсон, говори. Я тут застрял между персонажами. Почему ты с миротворцами? У меня была... Запаковался? Да, я... Блин, я тоже упал. Она пропала. Я прям между ними долбанулся, и меня никак не видел. Только что они были здесь, вдруг... Это пизда вообще. Мы не смогли их найти. Мы так и не нашли тело. Ей тогда было 7. Мне 14. Топим на сюжет. 221.
Так, он тут не лежит. А потом я услышала, что ВГМ похищает детей для опытов. И армия все покрывает. Я записалась в миротворцы, потому что они ненавидели военных и ВГМ, как и я. Вот и все. Итак, Эйден, у каждого выхода есть резервный источник питания. Ищи запасные генераторы. Поторопись. У меня мало времени. Понял. Кстати, во времена толерантности и подобной всякой... всякой херни, короче, не исключено то, что сестра наша и есть главный этот, как его, главный злодей. Чёшь, о чём я? Ну, типа смена пола, там, всё такое. Я тоже, кстати, подозреваю, что что-то такое. Потому что тогда будет сетевое соединение в Steam прервано. Убедитесь, что соединение с интернетом активно. Тебя опять выкинуло, видимо, и меня тоже. Что за прикол? Сюда никому нельзя. Бля, я не знаю. Андерсон, ответь. Поторопись. Делаю, что могу. Держись. Так, тут два здоровых. Я сейчас попробую, конечно, отбиться. Ты подключился, Серега? Потому что что-то не совсем понятно, что происходит. То подключается, то выкидывает. Так. Слушай, ну так как он тут один. Он тут один. Давай-ка мы так вот сделаем. На. Охуенный коктейль молота. Его тоже качать надо. Пуфка кританула. Его тут и огнем парит. Электричество херачит. Красота. Да, блин, ну как он со спины-то меня достал? Сейчас я закончу с этой миссией, я перезагружу игру. Кирилл Гаус, у тебя игра отрубилась от сети или Steam ведь? Не вижу тебя в игре в онлайне в Steam. А, заебало. То он тебя, короче, отключает, то меня выбрасывает. Сегодня так и будет. Я не знаю, если будет и завтра, то, по-моему, блядь, игра просто дропается нахуй с компа, ёпта. До лучших времен, так сказать. Я не знаю, это бесит, блядь. Играть по 3 минуты вообще не вижу резона. Блять, может второго отмудохать? Чё он тут ходит? Кирилл Гаус, я даже позвонить тебе не могу. Это что, минус? То с интернетом у тебя. Steam нормально пошёл. У меня вот никаких прерываний. Трансляции нету, пропуск кадров 0%. То есть трансляция идет стабильно, это со Steam беда. Фишка в Steam.
А может быть именно и Steam, и игра. Может, провайдер Шали. Ирил Гаоси. Или стрим весь трафик же. Не-не. У меня, говорю, были бы пропуски кадров, у меня бы этот, как у ОБС-ка показывало то, что нестабильное соединение и прочая херня. Она бы просто вырубила стрим и все. Дело в стиме. Даже не запуская стрим и не запуская ОБС, у меня он уже сегодня таким образом выкидывал с игры. Он часа в 4, по-моему, это сделал. Я даже с титульного экрана он меня выкинул сегодня. Либо, короче, игра прямо в стиме мозги делает, либо просто стим. Так, и чё? Ирил Гаоси. То есть вероятность, что два потока не тянет. Стримы сетевую игру. Фиб знает. Не, нет, я тебе говорю, то, что еще до запуска стрима выкинуло с игры. Так. Блять. Надо касцену, короче, досмотреть. Как-то туда, наверное, забраться. Вот так. Какая-нибудь катсцена будет, я перезапускаю игру. Ирил Гаоси. Значит, как писали, Роскомнадзор решил зампричить с тем, чтобы делился баллами. Надеюсь, что не так. Да нет, мне кажется, просто... Может быть, я не исключаю эту фишку, то, что патч испортил. Ну, как бы починил одно, исправил одно, испортил другое. Может патч, а может быть просто сегодня, вот конкретно сегодня такой хреновый день, и проблема со стимом. Андерсон будет жива. Причем в локалке она нормально работает. Все, Паш. Даже, по-моему, не подвисает, когда толпа на тебя бежит. И че? Че надо что-то сделать? Тут дернуть, тут нажать. Нет. Андерсон, я здесь. Как пизда, Андерсон. А я думал, она жива будет. Хуйня, сейчас ее замочу. На, по почке тебе. Ты спасла мне жизнь, Андерсон. И сдохла, как собака. Спи спокойно. Долбаная свинья. Я думаю, сохранение уже прошло. Не знаю, может, на титульный надо выйти. А посмотрим. Так. Онлайн. В сети пишет.
Ну давай еще раз, я выйду. Прям с игры. Глядишь, может, что получше будет. Ну это жопа полнейшая. Сегодня как-то вот хреновенько все. Ничего не работает. Ирил Гаоси. Видеопоток действительно стал плавнее в толпах. Приятно смотреть. Я, по-моему, только вот разрешение поменял и все. Больше ничего не делал. Пятый раз уже за 2 часа перед запуском игры. Вот так. AAA, напоминаю. Проект. 2500 в стиме. Плюс еще не считая незначительные баги, которые были. Вот. Так, особо не влияющие на работу. 2 часа, вот мы не можем уже кооператив нормально половать. Ну, я не знаю, на самом деле, по-моему, ну это не глюк интернета, это не проблемы с компом, это вот либо Steam, либо с игра. Либо Steam с игрой одновременно. В совокупности все не пашет. Да, блядь, как позвонить-то, я уже забыл. Тена забываю. Нет. Написать, наконец. Я, блядь, вспомнил. Все? Алло. Алло. Алло, алло. Алло.
Алло. Алло. Алло. Слышно? Алло. Это жопа. Андерсон. Мне жаль. Она умерла, Айдер. Она спасла меня. Кто это сделал? Эти психи с базара? Нет. Так вышло. Мы должны отбить витрину. Хотя бы я тебя вижу. Пусть не слышу, но не слышу. Блин, это тоже... Мне сказали, что из-за взрыва в туннель обрушился. Прости. Но с центром придется подождать. Не страшно. Сначала мне нужно кое-что вернуть. Короче, погнали. 300. 400 метров. Рядом контейнер с ингибиторами. Эйден, ты жив? Не благодаря тебе. Жители базара. Они совсем обезумели. Убивают. Это контейнер, но хер его знает где. И меня чуть не убили. Я за тобой. Не нужно. Ключ ВГМ у тебя? У меня есть все, что нужно. Возвращайся к Саре и Яне. Туннель к центру заблокирован. У меня другая идея. Поторопись. А, это походу желтых. Приблуды. Причем я тоже могу им пользоваться, это странно. Да, бежим, товарищ. Ага, по прямой. Че долго? Найдите Хакона. Надо, у нас как раз потерялся весь. Серегу выкинул. Сейчас, наверное, Серега должен сам позвонить. Как он? Ты наконец-то здесь. Красивка. Яна услышала, что ты придешь, и они с Сарой ушли. Похоже, ты им не нравишься. А куда мы? Ну и все, и до свидания. Черт возьми. Кстати, дело пахнет арбалетом. Дай взглянуть. Дай взглянуть, я помогу. Блять. Стой! Я помогу, покажи. Тихо, ты прорвешься. Что это? Да я уже этот. Рана поцарапан. От лазера?
Ты убил Лукаса. Если бы не те кастеты, это бы заняло пару секунд все сделать. Думал, он боец получше. А! Что ты, блядь, несешь? С такими ранами нет смысла отрицать, верно? Это ты вырезал его тату и подбросил Барни? Вальц, он приказал. Работаешь с Вальцем и не сказал мне? Говна кусок. Ты не понимаешь. Вальц убил бы меня, как и Дилана. Он еще мега ключ отдал. Ему мешает. Мне нужно было бежать, Эйден. Я не мог сказать. Почему? Ты знаешь, что он мучил меня в детстве. Я не говорил тебе, чтобы защитить тебя. Потому что если ты узнаешь о своей сестре, Вальц убьет тебя. Где же он? А, блядь! Где Вальц? Я должен был встретиться с ним под заводом электромобилей. В туннеле ВГМ. Эйден, здесь мне конец, понимаешь? Они убьют меня. Ты бросаешь меня? Бросаешь? Верни мне ключ ВГМ, Хакон. Да он отдал его, Вальца. Вот. А нет, смотри-ка. Он не настолько туп. Да давай. Блин. Помочь, пофиг. Ты заслуживаешь сдохнуть здесь. Да. Так в чем же дело? Сначала нужно найти снайпера. Правда? Ты сделаешь это? Жизнь за жизнь. И тогда мы будем в расчете. Ну, он оттуда он стрелял по прямой. Вон там за этим, за кирпичами. Видишь чертова снайпера? Нет, не вижу. Посмотри в бинокль. Заткнись. В пизду твои мудрые советы. Упизду. Знаю, я облажался. Закрыли тему. Так. Давай еще раз попробуем. Позвонить. Алло. Он пишет то, что он подключается, и все. Алло. Ну, пускай пока такое хотя бы соединение будет. Да, хорошо. Ну, с глюками. С глюками, но хотя бы вроде есть. Оно хотя бы держится. Так. Давай. Призываю тебе. Приходит сообщение? Да, и снова, короче. Соединение оборвано. Короче. Эти болты летят. Пару курчиков качаем. Ага, от бошки можно цепляться. Тут что? А это что? О, вот эта штука прикольная. Её качу. Быстро и далеко. По стенкам. Найди какое-нибудь укрытие. Будто я и сам не догадался бы, Хакон. Что сделал, хер знает.
Ну давай попробую я полечиться. Угу. Идите за снайпером. Он с крыши там лупит. Берегись химикатов. Я не слепой, Хакон. Оу! А речка-то вся зараженная. Ну, я хотя бы забрался. Ну, что ж такое? Сука! Хакон, я тут на виду. Беги, парень, беги! Да не не забирается. Ну. Как-то так. О, блядь, он по трубе скользит. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Меткая сволочь. Надо как-то наверх вообще на самый. Ну тут только забор. Понятно. Уйди же, Эйден. Он еще на крышах. Вперед! Там Серега где-то наверху. Тоже клацает кнопками. Слышно, да? Да, и слышно, и ты где-то тут бегаешь. Да я сделал. Ну, этот как у вас соединение пропадает, звука, да? Звука такое, ну, плохое, короче. Звук хреновенький. О, есть, я выбрался. Так, может быть отсюда где-то забраться? А, вот. Там, короче, на лица залез. Говорю, ты видел, да, то убийца этого генерала? Да, Хакон, ёбну. Да ёбаные ты, блядь, текстуры, нахуй. Всё, пизда, я упал. А, мне не подохнуть даже. Мне и не подохнуть. Сука, и валяйся тут, как инвалид 10 лет, нахуй, пока тебя не поднимут. Сейчас я помру. Три секунды. Чего я не могу завалить персонажа? Наконец-то, блядь, он сообразил. О, надо как по трубе наконец-то я скачусь. Который раз вижу эти трубы, и так все нет, и не удавалось по ним проползти. Берегись химикатов. Я не слепой, Хакон. Да, в воде можно даже было и не могут. Сука! Хакон, я тут на виду. Беги, парень, беги! Вот меткая сволочь.
Короче, надо топить до подстанции. Там где-то оттуда можно залезть. Еще надо в этом убедиться. Так, отсюда. Вот так мы забираемся. Потом. Ну-ка, он допрыгнет до туда, интересно. Почему большой прыжок не сделал? Могло, блядь. Давай, 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 давай. Кстати, я так понимаю, Серегу опять выкинул. Вот он и нормальный, и так зацепляется. Пчелки, да, тут? А нет, просто ветер. Ну, залезай. Блять. Чего упал? Чего не удержался? Берегись химикатов. Я не слепой, Хакон. Хакон, я тут на виду. Беги, парень, беги! Да давай так, там проход есть еще один. Спасибо, что не насмерть. Короче, понятно, хотя бы куда прыгать. Вот этого ящика. Там кто-то любезно накидал мешочка. Ну, давай, 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 ну. Да, ну ты чё, да, мне до туда не добраться. Очень далеко лететь. Я не врубаюсь туда, куда там дальше. Взял, блядь, перепрыгнул. А, вот где пчела. О, там еще один нули висит.
Ну, определенно надо на ящик. А вот с него куда? Ага. Ждем, пока он качнется ближе. О, наконец. Стой, там еще какой-то ход. Вот. Взял на пердел. Попался, гнида! Что? Что-то рожа знакомая. Ты его защищаешь? Что за баба? Кто твой босс? Ёбаный Санта-Клаус! Тебя это не касается! Забирай у нее арбалет и пошли с ним биться. Друзей. А, это Розарио Доусон. Вот я думаю, лицо знакомое. Актриса Розарио Доусон. Зачем тебе Хакон? Голод или холст. Передай Хакону, это еще не конец. Эй, стой! Да. И все, и улетело. Че, на член-то смотрел? Хакон, ты еще жив? Счетчик еще крутится. Хакон, она сбежала. Можешь выдохнуть. Пока что. Она? Это была женщина? Черт. Да, и ты ей не нравишься. Чего они так все удивляются, я не понимаю. Отличная, ну да? Подумаешь, ну женщина была, и что? Ну я знаю, кто это. Осторожней с ней, Эйден. Она одна из самых опасных людей на свете. Учту. А теперь я в Централ Луп. Берегись вальца, Эйден. Ренегаты проникли в центр города, и они работают на него. Ему нужен твой ключ. Хватит с меня твоих советов. Айтар. Айтар, ответь. Эйден, наложи обстановку. Ты сейчас умрешь. Барни и Софи. Ты сейчас умрешь. Это все Хакон. Что? Как? Вальц его заставил. Я свою часть сделки выполнил. Теперь ты. Подожди, Эйден. Ты видел Вальца? Ты знаешь, где он прячется? На старом автозаводе. Встретимся там. Вальц чертовски опасен, Эйден. Он ренегат. Мы должны взять его. А что насчет Централ Луп? Централ Луп подождет, а Вальц нет. Поверь мне. До встречи на заводе. Короче, все предатели вокруг. А я вот не понимаю, чего они так удивляются, это... то, что женщина... Что ты знаешь о Вальце? Немного. Я слышал, что много лет назад его вышвырнули из ВГС на тайные эксперименты. А теперь он правая рука мясника. Конечно, мы искали его. Мы искали многих, но... Возможно, теперь власть уже у Вальца. Зачем ему убивать Лукаса? Это первое, о чем я спрошу, когда мы его схватим. Как бы тут спуститься-то? Ладно, давай на контейнер. Не подох. Так. Очки навыка. Давай в голову врагов. Пойдёте. Снайпер, точнее, арбалет неизвестно, когда дадут, так что... Как дадут, так и качну. Опять эти эвакуационные конвои, ну там... Ну вот, толпу надо перемочить, чтобы ничего тебе отдельного не дали. Спасибо, мне интересно. Так, ну мне не сюда. Вот она, горона. Давай попробуем подняться. Я думаю, если я догоню снайпера,
то, наверное, у нее и будет этот самый параплан. Айтар, я сейчас у туннеля к автозаводу. Вход закрыт. Попытаюсь пробраться через крышу. Будь осторожен. Вальц крайне опасен. Знаю. Сомневался. Я открою ворота. Что меня туда пустят? Не с самого начала. Ну, то есть закрыто. Так, стой. А вдруг? Да, я добежал. Ну, в смысле, долетел. Да, тут надо как-то по стене забираться. Не знаю пока. Давай еще раз. Ну. Так. А, вот туда. Не сразу видишь такие вещи. Так, сюда. Айтар, получилось, я внутри. Айтар, я внутри. Хорошо. Да не слышу там ничего. Включи генераторы. У военных всегда есть запасные генераторы. Включи генератор, и ворота должны открыться. Так, для начала давай-ка мы включим тот самый этот. Фонарик. Так, включите генератор и до динамо добраться. Может, они и здесь? Да? Что за... Толпа или большой будет? Большой, скорее всего. Давай, выбивай дверь уже. Новенький, да, какой-то? Бегун, писун, кряхтун, так вот. Только тебя не хватало. Хватало, хватало. Да, как единорог бодается еще. Тупой зомби. Задача давлена. Избавьтесь от угрозы. Подожди, дай ты встать-то. Блять. Я застрял. Между тачкой и этим. Я внутри контейнера. Вокруг которого мы сейчас с этим бегали. Давай, через крышу надо вылезать. Все, он подох. Ну вот тебе вся угроза. Генератор включаем. Ну теперь уже вряд ли кто помешает. Свет удали. Ура!
пользовались 15 лет. Чудо, что оно еще работает. Миротворцы пришли. Потому что его некому было сломать. Ладно, Хэппер, Уап, проверьте другой выход и идите по туннелю. Вальц где-то рядом. Хорошо, за дело. Молодец, солдат. Айтер! Айтер! На нашу базу в метро! Напали! Это базарные! Они... Какого хера? Дверь! Ну, сейчас будем обратно запускать электричество, потому что всем не выйти, а потом идем в базар разбираться со всем. Тихо! С нападавшими. Нужно снова включить свет. Наверное, предохранитель. Где-то здесь должен быть щиток. Сюжет всегда читается примерно на миссию, на две вперед. Бля, ну и бардак. Постарайся его найти. Рядом должна быть подсобка. Я велел остаться снаружи. Ты тут не командир. Парни, Вальц может быть здесь. Соберитесь, блядь! Мы ждем, Эйден. Она где-то наверху. Подожди. Давай до конца, конечно, я пробегусь. Но, по-моему, в этом нет смысла. Там, где проход, где у нас ебака вылезал. А нет, вот сюда. Тут взять нечего. Да, все уже обокрали. Хэппер, нашел что-нибудь? Тут какие-то провода. Я ищу. Но все затоплено. Мне это не нравится, лейтенант. Тут все было вырублено 15 лет назад. Ищи дальше. Надеюсь, замкнуло не из-за этого. Надо тут только прыгать. Здесь кто-то был. Выдернул шнур. Ну, либо София, которая мстит за брата, либо снайпер, либо сам Вальц. И Вальц как его? Они настолько все одинаковые. И так по-одинаковому все пакостят, то что... Неважно, кто-то из них. Идите по следам. С каким следам? Их надо найти. Как хорошо, что я бег по стенкам прокачал. Кто еще мог сюда забраться? Блин, кто-то запер эту дверь. Ну кто-то тут, наверное, тот, кто и кабель отсоединил. Что делать? Понятно. Не можешь пройти, ищи вентиляцию. Бег по стенкам никто же тоже не отменял. Эй, там кто-то есть! Это он, взять его! Спокойно. Окружить его. Снайпера нашли, что? Подожди. Лутаться тоже не забывай. О, тут еще наверняка что-то есть. Трам-пам-пам. Трам-пам-пам. Ты ответишь, залог. Ну нет, не снайпер. Ты все на поводке у Джека Мэтта. Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Да, конечно, он один туда бы не пошел. Кем надо сразу в башку стрелять? Взять его.
Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Новые стимулы, положение, новые возможности. Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами. Заткнись, но... Вальц. Теперь верни то, что украл. Верни ключ, мальчик, или вы умрете. Блять! Хэппер! Чего вы ждете? Убейте его! Почти Вальц у нас как Блейд. Ты заплатишь за то, что сделал. Полукровка. Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он кинопредира. Ложись с Фазендрой на работу. Маленький. Чинки бой. Мальчик. Хорошо. Скоро лягу. Раз утром на работу. Нет. Странно, я еще бонус в ночное время получу. Вроде ничего не делал. О. Это тоже мертв. Он их просто в мясо разъебал. Смотри, вон там что-то движется. Командир понял, да? Сообщи ему. Я думаю, он их просто вырубил. С ним творится что-то странное. Ох, блядь. Я злее. Я типа слишком долго в темноте находился. Либо параган то, что получил, меня глючит. Нет. Об этом история умалчивает. Я думаю, слишком много в темноте тусил. А мне теперь антидотов кололи. Голова. Что со мной случилось? Что произошло? Я на автозаводе. Прием. Ключ. Вальд забрал ключ в АГМ. Угу. Пошли отвоевывать. Все, Вальд. Я иду за тобой. Туби пизда. Ой. Осматик. Не упасть бы. Так. Надо как-то отсюда спуститься. А? Чуть мимо не грохнулся. Да, я думаю, долечу. Кинопредиры. Переправь снова прохождение на ошибки. Зачем? Бля, нет. А, прохождение. Я понял. Хорошо. Спасибо, что заметил. Я вот не заметил. Почему именно я вот по этим высоким платформам скачу? Зачем именно туда? Может, мне вообще типа в другую сторону? Там уже так, по-моему, безопаснее. Нет, придется все равно скакать по платформам. По вот этим вот.
Так, ну с этим-то тут все понятно, но дальше что? Дальше куда скакать? Надо до тех. А почему? Почему они в прошлый раз? Блять, я не долетел. В прошлый раз вот эти вот углубления в стене, их не было, они не прогрузились просто. Что за хуйня? Ёбаные баги, как они достали? Кинопридиры. По-русскому 4 в школе было у меня, а у моего друга 2. Он пишет с ошибками часто. Я его подправлю, он обижается. Ну и зря. Ошибку можно допустить, если ты невнимательно даже что-то написал. Ну, у меня тоже по-русскому 3-4 было. Ну так. Ну, у нас была отличная учительница по русскому языку. Дрючила нас по правилам и так далее, как сидоровых коз. Те знания, которые она нам впаяла в голову до 9-го, блядь, класса, не пригодились мне еще потом и в училище, и в колледже. Уроки русского можно было, в принципе, не посещать. Что-то в этом задании парапланом так и не пахнет. Хотя уже сколько миссий прошел, так его и не дают. Блять, да ты заберешься туда, нет? Он мимо падает и все. Что за бред? Сегодня вообще не очень. Придиры. Я кодирован, стало лучше организму и сну, но одиночество усилилось лишь. Ну, всегда такая хуйня, проблемы со сном, когда много пьешь. Когда много алкоголя, то спишь урывками. Он нормализуется, если перестать бухать где-то только через... Ну, недели 2-3. Некоторые даже побольше. Ну блин, зачем? Зачем ты так-то прыгнул? Не на придиры. Я сплю как младенец, по кайфу и бодр. Ну еще не забывайте, что алкоголь — это депрессант. А, надо ползти, да? Он почему-то уже не едет. Ну, окей. Алкоголь только повышает настроение, когда ты его употребляешь. И остальное время это депрессант, это херовый сон, плохой аппетит и все такое. Слишком дохера побочек у алкашки. Поэтому лучше в меру ее употреблять. Так, ну явно же не туда, он не долетит. Да, просто спускаемся и все. Надо туда как-то.
Кинопредира. Алкоголь мне не нужен сейчас. Думки и цели о другом. Ну вот и хорошо. Серега пишет, что меня слышит. А я вот тебя не слышу. Бля, ну все заново, твою мать. Задолбало это задание. Я уже тут раз пять, наверное, да, где-то подох. Все в золотом, короче. Ну как там попасть? В любом случае в это химзаражение вляпываешься. Ладно, посмотрим. Да слезай ты с этого столба, блин, прилип туда, как обезьяна. Вот, в прошлый раз вот эти углубления были не прогружены. Поэтому я упал. Он дважды я не смог добежать до этого. Кинопредира. Я собираю деньги потихоньку, хочу уехать с города. Тут драй платить не хотят толком и некуда идти особо. Правильно, чё? Если херово платят, то надо валить. Я тебе давно уже об этом говорил. Так. Вот тут заражения нету. Чем я туда попёрся? Ну, у меня вот центр, там проход. Чувак там догорит. Бля, он там еще не подох. Теперь подох. Чувак без маски был. Противник, видимо. Нашел на насок. О, копьем, кстати. Такие еще не попадались. Какое-то разнообразие. Они прямо атакуют, короче, ударить не дают. Но у меня замах еще долгий. Буквально тут всем по удару долбануть и нормально будет. Кинопредир. Надоело на лопате за 27 тысяч рублей себя изматывать. И так тут везде я уже куда идти не представляю, просто некуда, везде дежавю. Ну ты об этом говорил. Чуть ли не каждый день не об этом говорил. Я тебе сразу еще очень давно сказал. Нехуй делать, нехуй ловить, вали в город. Ищи другую работу. Долго доходит, походу, да? Тебе конец, козёл! Хорошо, хоть это, как здоровье на лопате нет. До конца не угробил. Могло быть хуже. Все,
Зачем меня этому парированию учили минут 20, я не понимаю вообще. Они и так разлетаются нормально. Кинопредиры. Бухать завязал, дошло тогда. Ага, вот оно что. То есть алкоголь, короче, мозговую активность ухудшает. Ого. Ай, блин, надо вот за эти штуки, походу, цепляться. Хотя не факт. Не, не долетает ничего. Они, я смотрю, по всему периметру. Да, блядь, чё не засыпился теперь? Так, отсюда-сюда. Хорошо. Надо было, наверное... Ладно, блядь. Как мартышка попали, мама? Так, чё, стамину восстановлю. Оп, и... Что мешало сейчас допрыгнуть до туда? Почему он отцепился и просто полетел вниз? Кинопредиры. Да, алкашом был жил в дымке, а какой-то в розовых очках каждый день. А потом нарколог снял их в декабре 2021 года. Ну да, да, в принципе, стандартная фишка алкоголя. Да, блядь, почему он скатился? У меня потому что, наверное, стамина закончилась. Ну, быстрее. Все, восстанавливаемся. Вот, вот так вот надо было прокрутиться, а потом только прыгать, потому что иначе он начинает тормозить, падать куда-то в очко. И что, хилов нету, что ли? Не верю. Ремесло. Где птичка? А, вот. Видите? Максим. О, 21 аптечка. Само то. А второй слот мы получше поставим. Вот нормально. С одни закончится, вторые будем юзать. А, у меня Максим. Вариантчик. Так, выше, выше забираемся. Отсюда. Этого можно по стелсу грохнуть. Чё лишний раз оружие расходом? Ну, он так подох. Кстати, за стелс немножко побольше очков дает. Фонарь горит, включите. Да тут достаточно светло. Вот так. Давай откроем. Ну это все продается, это лапки-то пригодятся по-любому. Да,
Их максимум можно подпнуть, но вот эту вот фишку с парированием, вовремя что-то там ударить. Кинопредиры. После лечения я уменьшил расходы, отдал микрозаймы, держу баланс зарплаты и начал копить на путь с родины. Надо бежать в городе будущего, нет, лишь лопата за 27 тысяч рублей. Ну, я помню зарплату, то что 27. А ты как хотел? Алкоголь у нас нынче вообще дорогая штука. Алкоголь, сигареты. Сейчас это практически роскошь. Бывает дорого. А похмеляться еще дороже, ну и так далее. Если не пьянка, то похмел. Где она? Ты? Он же ключ ищет. В этот раз убью наверняка. Так как голос спокойный, хотя его душили не так давно. Ты один из моих. Забавно. Но мы явно с этим вальсом были в приюте с шариками. Я дам возможность стать свидетелем важного момента. Все совершает полный круг. Мы возвращаемся к началу. Сейчас ты увидишь, как творится история. История? Нам было 5 лет. Ты мучил детей. Мы были детьми. А он его мучил. Вы были частью кое-чего большего. Ты обязан мне тем, что все еще жив. Что ты сильнее других, лучше. Согласен. Ты даже сильнее, чем я мог представить. Теперь норм баланс. Но все же я сильнее. Есть последнее слово. Что ты сделал с моей сестрой? Курить бросишь, еще будет больше денег. Что ты сделал с Мией? Эйден, ты живой. Добили. Беги. Ну, он сейчас встанет. Он не подох. Какого хрена? Беги, он превращается. Ну, он, короче, станет, походу, супермутантом каким-нибудь. Скройтесь от вальца. Ну и чё? Спустя какое-то время я только мог воспользоваться. Беги! Может, хоть сейчас параплан дадут, чтобы удрать от него нормально. Бегу, бегу. Чё, куда? А. Нет времени. Нет времени объяснять. Просто беги. Но я бы внутрь вагона, наверное, вряд ли бы попал. Сюда. Открывай, сволочь. Ничего не видел. Атмосферку погони прям нагнетает. Но он по скрипту за мной несется. Как бы я быстро и немедленно не бежал, все равно как бы он меня не догонит, мне кажется. Ну, если совсем там будешь тупить, везде падать, тогда да, ну так бы нет. А так он опасности особо не представляет. Ну все нормально. Я грохнулся хоть с большой высоты, здоровье потерял, но тем не менее я добрался. Это она за мной, что ли, так двери закрывает, не пойму. Кинопредир. Смотрю назад в прошлое, сколько алка забрал у меня денег, силы, здоровья. Я так был слеп, глупый алкаш заводской, каждый день залив за заливом из года в год.
Ну вот именно. Хорошо. Хорошо, хоть сейчас это осознал. Как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Печально то, что мы не сразу до этого доходим. У кого-то подобные выводы занимают десятилетия, я скажу. Кому-то и одного раза хватает. И пора. Зачем она постоянно дома двери закрывает? Постоянно их выносить приходится. Плечо. Не туда. Откуда начинаем? Ну, почти. Почти рядышком. Фонарь взяли и выключили. Да, вот так надо. Так и надо было бежать. Я думал, что в конце пробежки все-таки она мне даст параплан. Спасибо, тетя. Ну, очевидно, то, что снайпер Розарио Доусон всегда положительные героев отыгрывает. Она должна была помогать мне. Ладно, а теперь говори, кто ты, блядь, такой? А ты? Почему ты помогаешь? Покажи мне руку. Давай, я не кусаюсь. Почти. У нас кое-что общее. Я ну, тоже был вместе в одной этих уродов. В одной клинике тусили вместе. Это понятно. Мия, ты знала такую? Мия? Нет. Кто она? Моя сестра. Мы были на объекте ВГМ. Я ее ищу. Ну, если она жива. Небось, продает себя за воду где-нибудь в городе. Что? Я бы ее не винила. Что? Что ты несешь, блядь? Полегче. Время такое. Мир такой. Просто предположила. Нужно найти ее. Давай сначала свалим отсюда. Не уверена, что этот псих далеко. Эй, стой! Черт, быстро! Ну да, с телепортами-то каждый дурак может. Вход Central Loop недалеко. Там мы будем в безопасности. Меня во второй город ведут, я так понимаю. Открывайте двери. Что за беда постоянно, блядь, все заколочено, закручено, закупорено. Привести его. Эй, Дэн, вернись на землю. Ты был где-то далеко-далеко. Ты видишь кошмар о том, что он с нами делал? Есть люди, которые умерли уже, которых я знал, и некоторых не знал от Алка. Потеряли контроль и с годами превращались в нечто. А потом сейчас их нет. Но кто-то еще жив. Но это временно. Если не снять очки. Да-да, алкоголь медленно, но верно скопычивает организм. Так, Вальс в моем списке по третьим номерам. У тебя есть список, а что с остальными детьми, на которых ставили опыты, как только Вальс оставил на тебе опыты? Давай про детей узнаем. А что с другими детьми из больницы? О, когда-нибудь об этом напишут книгу. И лучше не читать ее перед сном. Большинство исчезло, но я наткнулась на одного парня. Он даже спит с ножом в руке. Ясно, у всех посттравматика и все такое. Прячется. И никогда оттуда не выходит. Мы не устраивали групповую терапию, если ты об этом. Ну давай, знаю. Так, Вальц ставил... Я думаю, ее глючит меньше. Когда? Долго? Чем нашего персонажа. Это словно в тумане. Но мне удалось сбежать через несколько недель. Я тебя не помню.
Приму за комплимент. У тех, кто помнит, обычно не лучшие воспоминания. Многие предпочитают забыть меня, если выживают. Ты сбежала? Вроде того. Наконец-то добрались до финального вопроса. У тебя есть список, правда? А что, похоже, что я шучу? В городе полно мусора, а я та, кто сделает его столицей чистоты. Кто в списке? Кроме Вальца, Мясник, Хакон и... Знаешь что? Это длинный список. Еще несколько пешек, которые заслуживают стрелу в лоб. Кто дал тебе такие полномочия? Ты издеваешься? Самый высокий суд на земле. Я сама себя ими наделила, ваша честь. А ты? Короче, она всех что сволочей пометила и теперь Хакон решила расстрельный список. Знаю, вы доверите замутить и всех завалить. Спас мне жизнь. Попав в город, я заразился. Биомаркера нет. Базарцы меня чуть не повесили. Конечно. И я бы так поступила. Он вытащил меня. Дал биомаркер, а потом наебал меня. Он всем врет. Всем. Когда-то я тоже ему верила. Правда? Кстати, маты в игре не отключить. Может быть, в другой раз. Но моя история похожа на твою. Он меня обманул, и погибли люди. Лучше забудь о нем. Или сделай, как я. Когда увидишь его в следующий раз, убедись, что твое оружие под рукой. Все, короче, смотрят разрабы на Ведьмака, делают матов много в игре, но ни хрена у них не получается. Они лепят маты, потому что. Ну, как правило, перебор. Короче, что взять киберпанк, что вот это вот. Много и ни о чем. Мы так, по-моему, в классе в первом матерились. Эйден, ты тут? Да, иду. Ого. Я думал, это все. Похоже, Вальц проводил эти эксперименты тайно. Ёбаный псих. И никто в ВГМ не заметил? Заметили в итоге. Я слышала, что его выгнали. Жаль, слишком поздно. Остановиться нельзя было это все объяснить. А как он? Почему зачем переговариваться по рации? Нет. Хотя мне симпатичны миротворцы, но нет, мне насрать на Лукаса. Скажи. Это, мой дорогой, долгая история. Скажу, что все в этом списке заслуживают пуль в голову. Я уже а понял. Хакон заслуживает, что похуже. Хорошо. Член в очко. Я понял. Твою мать! Она всегда у меня была ключ открыта. Есть. Это же объект в... Ничего себе! Где ты это взял? Ты знаешь Дилана? Да, но он нет. Дилан отдал мне это перед смертью. Его убил Вальц. Вот блядство. Значит, в конце концов он его поймал. Еще Дилан велел найти кого-то по имени Луан. Дилан-то ее кореш белый. Это была такая может, нелепая загрузка. Может, нам суждено было встретиться. Вселенная не просто так свела нас. Возможно. Что? Загружает таким макаром карту. Дилан хотел связаться с Фрэнком. Он сказал, что командир Лукас кое-что нашел. То, что так давно искал Вальц. Он хотел сбежать из города, чтобы это не досталось Вальцу. Ключ ВГМ? Он у меня. Наверное. Лукас погиб из-за этой штуки. А Вальц что-то мутил с этим ключом ВГМ. Но мы его отобрали. Это ценная вещь. А для Вальца бесценная. Понятно. Так вот что не теряй. Где-то этот сюжет точно я... Помню то, что у тебя что в самом происходит? Начале тебе дают очень ценный предмет, который нужно пронести на протяжении всей игры. И на протяжении всей игры тебе зачем? Постоянно рассказывают, насколько охуенен этот предмет. Знает, что у него в башке? Не помню, давай. То ли Assassin's Creed, то ли что-то такое. Живо, пока снова не выключились. Пожалуйста, блядь! Быстрее, Эйден! Похоже, дорога в Central Loop открыта. Ну пошли, пошли, чё я не против. Подожди. Мне что, лук дали? Там что-то такое было. Лук из труб.
лук дали раньше, чем параплан. Говорит о том, то, что, видимо, за какую, смотря ты фракцию лобаешь... Даман 72. Привет, лайк. Привет, Даман. Смотря за какую ты фракцию лобаешь, тебе, ну, такие тебе дают быстрее штуки всякие. Так, сейчас еще выносливать качнем. Да-да-да. Штанишки дали. Блин, только изменил уже. Даман 72. Ну как, лучше первый? Нет, хуже. По крайней мере, очень сильно впечатление портят баги. Игра вылетает, что-то фризит местами. Она сырая еще. Мы идем или как? Стартовая цена, красная цена, косарь. Я видом любуюсь. Смешно. Блять. Черт, смотри, тут тоже свет. Гляньте, светится. Это охуенно. А, давай на крышу. Сверху посмотрим. Дуй наверх. Ну и что все светится? Музыка. Ощущение, как будто мы там что-то великое делаем. Эйден, быстрее! Нужно увидеть это с крыши. Эй, где ты? Даман 72. Я первую забросил. Надо будет все так и пройти первую, а то столько хайпа вокруг нее. Не смотри на хайп. Первая часть, она тоже, я бы сказал, не прямо была очень-очень крутой. Первая часть — это просто, ну, нормальная игра со средненьким сюжетом. Бегаешь, прыгаешь, всех лупишь и лутаешься. Тут, в принципе-то, то же самое делаешь. Ничего не поменял. Только чуть-чуть другое оружие. Дельтаплан или как параплан, может, когда-нибудь дадут, я не знаю. Я вот жду, когда его дадут. Мне пока только лук дали. Вообще надо попробовать, как он работает. Черт. Сильное впечатление, я говорю, то, что портят баги. Нахера не видно. Я правда думала, что получится. Нас наебали. Ладно. Здесь хоть тихо. Как чисто от них делать? Пройди сначала первую, потом, может быть, 70. Вторую ломанут. Да. Вот и прихожу сюда, когда я в ярости. Ну, то он так самое то. То есть часто. Парень. Смотри. Эйден, снова загорелись. Они, блядь, снова горят! Куча матов неуместно. Ты видишь? Как красиво! А, глазам не верю! Нет! Просто не могу поверить! Дельтаплан, не дай хватит скакать, как обезьяна. Вон, ты видишь? Вижу, Даниор. Я наверху. Это того стоит. Как так? 15 лет темно, а тут раз и такое! Да не знаю я, но мы должны узнать. Тогда заходи в закусочную и поговорим. Ужасно соскучился по тебе. Надираясь пивом и трахая официанток? Ты меня знаешь, я такой. Встретимся там, дуралей. Ну и все повырубилось нахрен. Все радовались, нет, я нет, так нет, и думал. Нет, 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 нет! Твою мать! Что, блин, происходит? Это рыбий глаз? Как туда попасть? Рыбий глаз подождет. Подождет? Почему? Нам нужно проверить подстанцию. Одна рядом с башней МТ. А как же рыбий глаз? Наконец-то мне дают дельтаплан и лук. Я хочу помочь тебе. И я помогу. Но ты должен понять, это впервые. Уже более 10 лет ничего не менялось.
10 лет, ёбаный! Мы должны все проверить. Как попасть на подстанцию? Это старый параплан. Он поможет тебе попасть туда, куда не забраться. Просто давай за мной. Интересно, а будет, можно ли его, можно ли будет его качать? Блять. Параплан. Вы получили параплан. С его помощью вы можете преодолевать огромные расстояния по воздуху и приземляться без вреда здоровью. Нажмите Z, чтобы раскрыть параплан, находясь в воздухе, нажмите S, чтобы замедлить и стабилизировать падение. Полет на параплане расходует вашу выносливость. Когда выносливость достигнет нуля, вы потеряете управление. Понятно. Надо было к ней лететь, да, как? Понятно. Давай еще раз. Повторение, мать учения. Неверно, я опять полетел. Надо небольшой прыжок сделать всего. И вот сюда приземлиться. Ну, я чуть-чуть не попал. Хотя... Может быть, где-то здесь и заберусь. Не факт вообще. Давай попробуем. Ну, вот туда надо. Ирил Гаоси, при раскрытии жми S, чтобы дольше лететь. Дальше при прокачке можно летать дольше и выше. Хорошо. Я вот не понимаю, куда мне сейчас идти. Тихо, я чуть не ёбнулся. Выше. Надо к Розарио Доусон добраться. А мы все. Чик-пык. И туда. Она сейчас скажет, полетели еще. Давай. Неплохо. Для новичка. Да не очень. Легче, чем кажется. До сих пор. Мне лук, кстати, поверить. Дали. Вальц каким-то образом включил свет. Но зачем ему это делать? Он никогда никому не помогал. Зачем ему снова давать людям свет? Ты уверен, что это был он? Он использовал ключ ВГМ на автозаводе. Тогда свет вернулся. Логично. В прошлом военные заняли завод ради элементов питания на холмах. Но я понятия не имела, что их еще можно использовать. И запитать половину города. Береги этот ключ, Эйден. Черт знает, на что он еще способен. Нам пора на подстанцию. Так, вентиляция. Вы можете использовать вентиляцию, чтобы продлить полет параплана. С помощью вентиляции вы также восстановите выносливость. Ирил Гаоси, лук у меня есть, но я еще ни разу не стрелял. Не пригодился пока. Я хочу попробовать, но потом вентиляция. Вы можете подняться в воздух на параплане непосредственно из вентиляционной шахты. Станьте на нее, удерживайте за, чтобы взлететь. Понятно. Но чем-то, блин, по-моему, Бэтмен, что ли? Неплохо. Но тебе нужно потренироваться, чтобы обогнать меня. А это была гонка? Вся жизнь гонка, Эйден. Ну, вот так вот и пикируешь ты с одного на другой. Эйден. Чё? Гораздо лучше, Эйден. Ладно, я понял. Полетели вы. Thank you.
Ну, новая механика. В первой части такого не было. Хорошо, отсюда уже не так далеко до подстанции. Иди и запусти ее. В одиночку? Ты большой мальчик, разберешься. Если мы заставим работать хотя бы одну, то сможем включить... Но... Да-да-да. Это не... Нам нужно... Без задача, короче, бегать и запускать подстанцию. Дай, Кидр. Вот сюда. А нет, слушай, гораздо дальше. И в первой части у нас не было таких больших зданий. Но они тут как-то вот пока непонятно. А сейчас посмотрим, насколько я максимально докуда долечу. Этот параплан, можно его как-то улучшить? Возможно, но это лучше спросить у мастера. Это потом уже. Сейчас как пизданусь. Ну, нормально. Кто это там? У нас праздник. Давай отпиздим этого чувака. Пороть ему брюхо. Сейчас я до этой, короче, сюжетки добегу. Эти парапланы... Будем заканчивать. Были любимыми игрушками ночных бегунов. Ты ночной бегун? Я? Ночной бегун? Если бы. Они были невероятные, Эйден. Настоящие герои. Все, что у нас общего, любовь к стимуляторам. Но, может быть, когда-нибудь. Ночной, говорит, бегун? Может, это ссылка на первую часть? Типа они были героями. Вся фигня. Так, надо куда туда пробраться. Так, а потом? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Тут не пройти. А куда дальше? Нахуй меня сюда тащили-то, я не понимаю. Нет. Ну-ка, присесть. Да явно тут все заколочено. Надо вниз вообще. Фу, блядь, можно было в двери войти. Вставай. Нахрен я туда перся, я не знаю. А, ну хотя все равно они закрыты. Да, да, что, они дураки, что ли, просто так меня сюда пускать? Завоюй. Не видел где-то тут ренегатов? Нет. Видишь, рядовой? Успокойся и дай Аглоту подумать. О чем тут думать? Почему бы не вернуться на базу? А ты кто вообще такой? Тот, кто может помочь. Пытаюсь понять, что с электричеством. Что-нибудь знаете? Это чувак по сиденью похож на Макса плюс 100-500. Мы пытаемся понять, как попасть наверх. Давай, расскажи ему все, чего уж. Подробно. Это что, тайна? А? Мы должны заставить эту херню заработать. Вот и все. Мой коллега сильно упрощает, но суть верна. Судя по всему, электричество вернулось, а это, похоже, подстанция. Благодаря им можно всему городу вернуть электричество. Нам дали приказ вернуть подстанцию... Да-да-да, я помню, что это подстанция, это важно, это надо включить. Без альпинистского снаряжения попасть к ней будет трудно. Ну а паркурщики нахрена? Я могу забраться туда. Я заберу себе снаряжение. Хочешь помочь? Ты окажешь миротворцам огромную услугу. Эй,
улицы! Электричество выгонит всю морь! Мелкохульца. Только спалить ее! Что он сказал? Ну, ладно, бьемся. Ну слушай, неплохо. Зачем можно никому не подходить? Сейчас ты у меня получишь. Короче. Вот и все. Лук штука хорошая, но смотря где. Я думаю, на высоких сложностях лук, в принципе, неплохо, потому что тебе не надо никому подходить. И типа каких-нибудь больших боссов удобно в жало валить, ну и все такое. Ничему не учится. Я не долечился. Друг, а ты кто? Где научился так драться? Я Эйден. Эй, ну опять они будут спрашивать, пиф-паф, хочешь новую дырку, ты покойник, пойми. Просто мим. Юмористы. Ладно, они заценили мою помогу, подмогу. Все, поговорите, запустите по станции, попадите в здание. Но это надо проход найти, вот, 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 кстати. А, то есть то же самое окно, только оно теперь открыто. Спасибо, ладно, мы полезем сюда уже на следующий стриме, короче. Сейчас мы будем заканчивать. Спасибо, ребят, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь.